канале уникальная возможность не только посмотреть чемпионат России по сквошу, но и узнать больше о самой игре, узнать больше об игроках, познакомиться с игроками. Прямо сейчас в нашей студии Александр Садчиков. Здравствуйте. Александр, очень рад вас приветствовать. Уникальная возможность. Дело в том, что о российских игроках сквош, о лучших российских игроках, не так много информации, как хотелось бы поклонникам этой игры. Безусловно, одной из самых динамичных и интересных в мире. И сейчас Александр, собственно, в студии расскажет не только об игре, не только прокомментирует нам матч. Мы узнаем больше и о нем самом. Александр сейчас четвертая ракетка России. Да, на этом турнире я по 7 под номером 4, согласно рейтингу. Он очень успешно выступает на соревнованиях, в том числе на международных. Александр, пару слов о последних ваших выступлениях на чемпионатах. Ну, в прошлом году это было 5-е место, в позапрошлом году было 4-е место. На Кубке России тоже там. В позапрошлом году я был в финале, проиграл Роману Фетисову. Мы его игру сегодня еще увидим. И в прошлом году было 5-е место. То есть, в принципе, где-то все время около, и это дает возможность попадать в сборную России по сквошу. Ну и, безусловно, чемпионат Европы в предстоящем сезоне. Друзья, с 21 по 24 февраля в Московском национальном сквош-центре проходит чемпионат России по сквошу среди мужчин и женщин. В этом году впервые в истории отечественного сквоша турнирные сетки расширены до 128 участников у мужчин и 64 у женщин. Я благодарю нашего титульного спонсора «Фармсинтез». Мы чуть позже обязательно к этому еще вернемся. Александр, какую игру мы сейчас увидим? Да, сейчас у нас будет четвертьфинал, в котором встречается Алексей Северинов, многократный чемпион России. Я могу сказать, что когда я приходил в сквош более 10 лет назад, он уже был первым. И он будет играть против вечно молодого Константина Кострыкина. Соответственно, тоже очень опытный игрок. Два игрока, которые очень хорошо друг друга знают. Соответственно, они много раз встречались, но, насколько я знаю, Константин ни разу не обыгрывал Алексея. Александр Северинов, я напомню, Алексей сейчас Северинов. Это первая ракетка России. И сейчас мы будем смотреть четвертьфинал. Александр, скажите, сколь часто вы вообще встречаетесь с тем, что россияне мало знают о сквоше? Ну, часто бывают такие истории, когда ты говоришь «сквош», этот вопрос, что это. Но когда начинаешь рассказывать, что это ракеточный вид спорта, то, в принципе, люди понимают примерно, что это такое. Смысл игры похож на теннис, да, то есть мы также играем по очереди по мячику, только мы играем не через сетку, а через стенку. Сейчас начнется кадры игры, и мы увидим, что вообще происходит, и можно будет подробнее рассказать о правилах. Александр в течение игры обязательно вам объяснит подробнее. Мы сможем наглядно увидеть все правила этой игры. Очень хорошо сейчас будет смотреть эту трансляцию тем, кто ничего не знает о сквоше. Наверняка многие из вас наблюдают его второй раз в жизни. Первый был в каком-нибудь из фильмов. Или сериалов. Или... Очень часто, кстати, стали использовать и в российских сериалах, и в иностранных сериалах. Бывают кадры из сквоша, где показывают каких-нибудь там бизнесменов, которые устроили какую-нибудь там встречу на сквош-корте или там какую-нибудь пару, которая играет. Ну, то есть достаточно часто сейчас стали использовать кадры из сквоша. Почему так происходит, Александр? Почему сквош популярен именно среди бизнесменов? Ну, сквош набирает обороты. Могу сказать, что это очень... хорошая игра для бизнесмена с точки зрения того, чтобы разгрузиться, да, там буквально за 35-40 минут игры можно снять стресс, отключиться от рабочей от этой всей суматохи, да, и разбросать какие-то лишние калории, возможно, не знаю. Там, дело в динамичности, прежде динамичность, всего. Конечно, да, очень высокая энергозатратность, соответственно, за один матч там сжигается более 1000 калорий, то есть это прям... Очень уверенные цифры. Да, я напомню, с точки зрения кардио, сквош считается самой полезной игрой. Это когда речь идет именно о кардио и об исследованиях ученых. Александр, очень многие приходят в сквош из других видов спорта. Да, я сам приходил в сквош из тенниса, и я могу сказать, что Алексей Северинов, который вот сейчас у нас на картинке справа, он тоже приходил из тенниса, и многие приходили с бадминтона, с настольного тенниса. То есть, в
В принципе, очень похожая история взаимодействия ракетки и мяча и так называемый hand-eye connection, да, который работает в сквоше очень сильно, он развит у всех, кто когда-либо держал любую ракетку в руке. Соответственно, если вы когда-то держали ракетку в руке, приходите и попробуйте поиграть. Если ты никогда не играл в сквош, сколь легко просто войти в игру? Буквально пару занятий. Если ты никогда не занимался другим видом спорта, там, теннисом или бадминтоном. Пару занятий, все будет понятно. Ракетка легкая, мячик легкий, правила простые, несмотря на то, что непонятно, что вообще происходит, но вы сейчас увидите, что все достаточно просто. Да, то есть у нас есть передняя стена, которая вот сейчас перед нами, на которой есть красные линии. Мы играем по очереди в эту стенку. Да, не-не-не. Да. Александр, давайте сейчас постепенно ведем зрителей. Итак, вы видите сейчас корт, на нем находятся спортсмены. Вы видите линии на противоположной от нас стене. Да, фронтальная стена. Это очень важное расположение этих линий и последовательность, в которой их можно использовать. Почему, Александр? Давайте. Нижняя – это линия аута. Да? То есть ниже этой линии попадать нельзя. Мы видим там рекламу. Да, вот эта белая линия. Средняя линия – она только для подачи. То есть для первого удара мы используем эту линию. Нужно подать выше этой линии. Но, соответственно, есть еще линия аута сверху. И выше той линии тоже бить нельзя. Mm-hmm. То есть наше игровое поле – это выше нижней линии и ниже при подаче. Линии. Да, да. И основная, все-таки основное, основная часть игры происходит выше второй линии. Что с, что с боковыми секциями? Обратите внимание, да, они черные немного. Это от мячика. Почему, расскажет Александр? Потому что можно использовать боковые стены, да. Соответственно, когда мячик попадает в стену, он может оставлять свои следы. Мячик у нас из каучука, да, который при вот таких вот сильных ударах он начинает греться, и когда он теплый, он может оставлять эти следы. Собственно, вот мы их видим на стене, эти черные следы по слева и с правой стороны. Это все вот, собственно, этот. Следы от мяча. Я, кстати, хочу поблагодарить операторов и режиссеров канала за то, что очень хороший ракурс выбран. Мы сегодня будем очень хорошо наблюдать игру. Иногда это проблематично, потому что очень быстро происходит. Игра очень быстро перемещается, перемещаются игроки и мячик по полю. Но, кстати, во время просмотра сквоша, наверное, Александр, как вы могли бы порекомендовать вот не пытаться следить за мячиком, а просто в целом за игрой. Потому что он летает с такими скоростями 173 мили. 173 мили – это скорость мячика во время игр зачастую. Я бы хотел отметить действительно про то, что ракурс потрясающий, потому что мы часто как игроки пытаемся делать съемку своих матчей, ставим какую-нибудь камеру GoPro или что-нибудь еще, и все время возникает вопрос, как правильно снять. Очень тяжело найти хороший ракурс. Но сегодня у нас хороший вид, у нас хорошо расположены камеры, и, соответственно, будет все видно. С точки зрения, куда смотреть, я бы больше смотрел за передвижением игроков. Да? Будет видно, как они двигаются, как они обходят друг друга, как они стараются подойти к мячу, как они стараются друг друга обойти. Да? Поскольку сквош у нас такой, ну, часто бывает контактный вид спорта, то будет видно, как игроки пытаются друг друга обходить. Да, это будет вот заметно, потому что игроки очень высокого уровня, это оба тоже члены сборной России, и вы увидите сейчас вот правильность подхода. Друзья, я напомню, продолжается трансляция чемпионата России по сквошу. В Национальном сквош-центре мы сейчас можем наблюдать за двумя очень известными, очень успешными игроками. Александр Северинов уже много лет, более десятка, является чемпионом России первой ракеткой. Алексея Северинова мы еще будем наблюдать всю ближайшую игру. Александр Садченков расскажет нам об этом подробнее. И мы можем видеть зрителей, находящихся здесь. Сквош становится все более популярной игрой. И очень интересная традиция возникла располагать корты в неожиданных местах. Да, есть сейчас такое. Мировые турниры часто проходят, например, у египетских пирамид, вот в Дубаях проводили тоже где-то у Бурдж-Халифа, по-моему, ставили корт. У нас в этом году в России стоял корт. В Питере. В Питере был корт, потом корт был здесь у нас у этого клуба летом.
тоже прямо на улице стоял стеклянный корт. То есть корт точно такой же, как вот этот. Даже в торговых центрах. В торговых центрах в Метрополисе был. Был в парке, был как раз Фармасинтез Open в 2018 году. Он проходил в где на проспекте Мира. Этот Райкин Плаза, вот там вот в парке. Ну, то есть очень часто выбираются интересные локации для того, чтобы люди, которые просто ходят вокруг, могли посмотреть. Это на самом деле очень прикольно и для игроков, и для зрителей увидеть какой-то новый вид спорта. Так что не удивлюсь, если мы где-нибудь в России еще в исключительно красивом зрелищном месте увидим большой стеклянный куб, и это будет корт для сквоша. Да, не удивляйтесь, если он там стоит. Мы готовимся к игре четвертьфинала. Она уже, собственно, началась. Это вот уже первые розыгрыши пошли. Да, значит, Константин и Алексей начали игру. Да, это уже второй розыгрыш. Первый выиграл Алексей. Вот, игра ведется у нас... Немного отстает табло со счетом, но ничего страшного. Да, наверное, стоит рассказать про то, до скольки очков идет игра. Да, у нас игра ведется до 11 очков. То есть каждый игрок, который собирается выиграть гейм, ему нужно выиграть 11 очков. Если счет становится 10-10, то игра ведется до разницы 2 очков. Ну, если речь не идет о каких-то больших международных фестивалях и праздниках, посвященных сквошу, потому что там до 20 очков доходили даже. Бывает и 20-18, и 26-24. В Международный день сквоша, например. А, ну Международный день сквоша там вообще было что-то, по-моему, больше 1000. Там какой-то был у нас челлендж. Да, в Международный день сквоша организовались игроки со всего мира, и это был большой фестиваль. Там счет был до 20, и об этом событии, я думаю, мы еще обязательно расскажем позже. Вернемся к первой игре. Пока не смотрите на табло. Мы будем следить за счетом вместе с Александром Садчиковым. Алексей Северинов. В черной футболке. Чтобы вы сразу ориентировались. Недавно ему исполнилось 40 лет. Действительно тяжело в таком возрасте играть на высоком уровне, но мы видим, что он действительно в невероятной физической форме, и это здорово видеть его в таком ключе. Он играет в такой настоящий классический сквош, очень точный, очень мощный, и это зачастую дает свой результат. Да, вот. Константин более молодой игрок, ему 26 лет, если я не ошибаюсь. Соответственно, он такой более быстрый, но при этом как бы не всегда, как сказать, готов справляться вот с таким натиском, который делает Алексей. Алексей Северинов, я напомню, это тот пример, когда спортсмен приходит из другого вида спорта. Алексей ранее очень серьезно, очень много занимался теннисом. Да, большим теннисом. Это было еще, мне кажется, в 90-х годах прошлого столетия. Да, и последние, если не ошибаюсь, 14 лет он успешно выступает на российских и международных соревнованиях. Входит, или планировал, во всяком случае, войти в сотку игроков мира. Это была пару лет назад одна вот из задач, которую он себе ставил. Алексей – бывший игрок PSA. PSA – это профессиональная сквош-ассоциация игроков. Соответственно, там игроки со всего мира, они участвуют в турнирах, которые проходят по всему миру. У нас сейчас там есть один наш игрок, Владислав Титов. Сегодня игру мы его увидим. Вот он тоже сейчас стремится попасть в сотню. Алексей был, если я не ошибаюсь, 140-м в рейтинге. Это было там где-то в 2010-х. Да, мировом. То есть он это был первый российский международный игрок, который выезжал на турниры, отстаивал честь страны. То есть у него очень большой опыт игры именно на международных турнирах. Вот, и, соответственно, на турнирах чемпионат России. Он их выигрывал кучу раз. Соответственно, заслуженно является фаворитом данного турнира. И в прекрасной физической форме, как мы видим, успехов Алексею. Вернемся к правилам. Расположение игроков на площадке. Да, начнем. Вот сейчас мы видим подачу, да, Константин подает слева, то есть ему нужно встать в маленький квадрат подачи, да, мы видим, там есть маленькие квадраты на корте. Соответственно, игрок, который второй, встает в противоположный, но уже в большой квадрат, да, и ему нужно, соответственно, тому, кто подает, попасть выше средней линии, и чтобы мячик прилетел в квадрат, где стоит соперник. Дальше у нас расположение хаотичное абсолютно, то есть у нас игра ведется по всему корту, часть корта, и
чувствуется, как куда полетит. Очень часто происходит противостояние игроков именно около стенки, вот зажать к стене. Да, здесь это действительно можно сделать в прямом смысле. То есть нужно направить... Это один из любимых ходов игроков. Да, то есть задача направить свой мяч так, чтобы он попал как можно ближе к стене. Да, если он будет близко к боковой стене, то, соответственно, вашему противнику будет тяжело отбить мяч. И дальше начинается игра такая, как шахматы, да, то есть задача сделать хороший точный удар, направить соперника в определенный угол, и пускай он там бежит. В чем отличие техническое сквош от большого тенниса, например? Помимо размеров. Я сам пришел из большого тенниса, поэтому могу сказать так, что там очень много разных ударов, крученый, резанный удар, да, то есть вот много разных нюансов и очень много работы руки в ударе, именно кисти, да, то есть таких доработок. Здесь же у нас, поскольку стена, она очень много на себя принимает, если можно так сказать. То есть многие подрезки, подкрутки, они от стены как бы гасятся. Поэтому здесь удар идет либо плоский, либо чуть-чуть резанный. Да, для того, чтобы мячик быстрее уходил в пол. Продолжается игра четвертьфинала чемпионата России по сквошу. Мы чуть позже будем наблюдать счет. Да, пока что мы видим очень динамичную игру. Сразу игроки начали много атаковать. Мы видим, Константин пытается загонять Алексея, но пока что Алексей держится молодцом и действительно сражается, попадает, бегает. Вот. Интересно посмотреть, как они смогут так продержаться всю игру. Потому что действительно очень энергозатратно, и уже там после первых-вторых геймов начинает подходить усталость. И там в третьем-четвертом геймах бывает игра меняется. Через сколько вы испытываете уже физическую усталость? Ну, в зависимости от соперника, да. Бывают соперники, которые чуть попроще. Быстро можно загонять. Там можно за 10 минут можно закончить матч. А вот матчи как такие, они проходят гораздо дольше. Там бывает 4-5 геймов, да. И, соответственно, каждый гейм идет там чуть больше 10 минут. И это все 10 минут — это чистое время игры. То есть 10 минут постоянной интенсивной работы на корте, что не может пройти бесследно. Мы видим, вот по Алексею вот уже пошел пот. Они играют буквально там 7-8 минут, уже вспотели, уже видно, дыхание немножко сбито, да, поскольку темп игры постоянно меняется, да, из-за этого дыхание очень быстро сбивается. Ну, это, конечно, далеко не первая встреча Алексея и Константина, и вряд ли она будет короткой. Нет, она не будет короткой, это будет такая очень интересная игра, надеюсь на это, потому что оба игрока борются за выход в полуфинал, и, соответственно, такая уже стадия важная, поэтому здесь просто так кто-то отбывать номер не будет. Сегодня, в принципе, все игры будут достаточно интересные, все 4 четвертьфинала будут очень интересны. Что мы можем рассказать зрителям о Константине? Константин москвич, ему 26 лет, если я не ошибаюсь, он тоже входит в состав сборной России. Большая разница в возрасте. Большая, да, 14 лет — это уже такое прилично. Но Константин давно играет в сквош, мы начинали, наверное, примерно в одно время. Его папа очень хорошо играет в сквош, то есть у них такая династия Кострыкиных. То есть вот это вот такая семейная история. И Константин является, насколько я знаю, в прошлом году он был четвертым, позапрошлом году он был вторым, вот, то есть он постоянно тоже где-то находится вот в призовых местах на турнирах такого ранга. То есть мы сейчас видим двух супер топовых игроков, да, российского сквоша. Вот Константин на последнем Кубке России, который был в ноябре прошлого года, в финале проиграл Роману Фетисову, то есть был вообще нереальный триллер, они играли в пятом гейме, счет был, если не ошибаюсь, 18-16. И Константин проигрывал, если я не ошибаюсь, в пятой партии проигрывал 10-5. С 10-5 он сделал 10-10 и довел в итоге до 18-16, но проиграл в конце. Но это был вообще нереальный матч, очень круто смотрелось, очень много красивых попаданий. То есть они там с Романом выдали действительно феерию такую, очень красивую скорость. Я надеюсь, что сегодня мы увидим то же самое. Константин Кострыкин, Алексей Севинов. Пожалуй, лучшие игроки российского сквоша на чемпионате 2020-го. Нам очень повезло, мы сразу можем наблюдать их уже в первой игре. Вас сегодня еще ожидает несколько. Завтра мы дойдем до полуфиналов.
Не, полуфиналы будут сегодня, они будут вечером. Вот мы видим, что первый гейм выигрывает Алексей на ошибке Константина. То есть первый гейм выиграл Алексей и уже ведет. Ему нужно выиграть еще два гейма. Игра продолжается до победы в трех геймах. Цель трансляции будет еще завтра. Завтра будет финал. И матчи за третье место. Тоже невероятные будут матчи. То есть сейчас, в принципе, проходных игр уже нету. Здесь все игры будут очень, очень интересны. Мы видим красивые попадания. Это действительно хорошее такое попадание. Мы видим пересечение пола и боковой стены. Называется ник, когда мячик оттуда просто выкатывается. То есть мы сегодня будем видеть это еще не раз. А это действительно умение попасть туда, чтобы мячик выкатился и его оттуда, соответственно, не вытащить. В чем вы видите свою задачу как игрока, прежде всего, загонять соперника или тактика? Вы рассчитываете обычно на свою силу, на выносливость, или это какие-то иные соображения? Тактика, собственно, такая. Нужно сделать так, чтобы ты потратил меньше сил, чем соперник. Тогда ты в более хорошей физической форме, и, соответственно, попадания будут более качественными, да, то есть у нас очень энергозатратный вид спорта, поэтому если уметь правильно расходовать свои силы, то можно подойти к концу гейма в хорошей форме и, соответственно, в нужный момент забить розыгрыш и, соответственно, закончить гейм. Но сейчас нет впечатления, что силы экономят наши игроки. Нет, они не экономят силы. Мы видели, что было много таких задержанных розыгрышей. Действительно, розыгрыши бывают, идут и по 2 минуты, и по 3 минуты. То есть много таких вот затратных розыгрышей. Ну вот, игроки выходят на второй гейм. Сейчас будет подавать Алексей. Ну и, соответственно, будем ориентироваться по желтой повязке у него на голове. Посмотрим, что сейчас предпримет Константин, потому что после первого проигранного гейма действительно нужно поменять ход игры. Возможно, где-то чуть подускорить темп, потому что мы, как уже говорили, Алексею хоть и в хорошей физической форме, но действительно он его старше намного, и это где-то может сыграть роль. Но мы видим, что Алексей очень хорошо реагирует на все быстрые удары. Я думаю, что сейчас, скорее всего, Константину подсказали в перерыве увеличивать темп, но Алексей с ним спокойно справляется и этот темп поддерживает. Что, опять же, показывает его класс игры. Ну вот мы можем сейчас посмотреть, собственно, за игрой. Да, вот сейчас была ошибка невынужденная. То есть тут, конечно, нужно минимизировать вот эти вот невынужденные ошибки, потому что они как раз вот могут играть важную роль в таких вот матчах. Да, чем больше ты ошибаешься, тем легче твоему сопернику. Поэтому где-то можно сыграть чуть понадежнее, где-то чуть повыше, да, с запасом, но чтобы остался мяч в игре. Зачастую бывают такие игроки, которые действительно прокачивают свою физику на такой уровень, что они могут просто держать мяч в игре, а соперник устает и начинает ошибаться. И, соответственно, это вот дает результат. В чем большой плюс? Я напомню, друзья, у нас в студии во время телетрансляции Александр Садчиков. И сейчас не только начинающие или ничего не знающие люди, а сквоши могут узнать правила, но и более того, какие-то рекомендации для себя услышат профессиональные спортсмены. Что касается профессионалов, Александр, как прийти в сквош и как добраться до чемпионата, например? Ну, у нас много тут игроков, которые играют там буквально пару лет и уже выступают на чемпионате. Вот вчера, за 2 года можно? До чемпионата? Ну, за 3-4 года усердной работы. Это не значит, что вы пришли, пару раз поиграли, и вы уже в чемпионате. Нет, действительно, это усердная работа. То есть это не только тренировки на корте, это и ОФП обязательно, да, это какая-то ментальная работа над собой. И тогда действительно можно прийти на хороший уровень. Есть такие примеры игроков, которые достаточно быстро добиваются успеха. Здесь главная реакция, да, желание играть и физическая такая какая-то подготовленность. В России есть корты, их не так много, причем они по городам так непредсказуемо распределились. Один в Казани, один в Красноярске, несколько в каких-то городах меньше. Но в общей сложности у нас не более 2 десятков примерно основных. Ну, я бы сказал так, у нас сейчас набирает обороты развития региональных федераций, да, вот, собственно, наша федерация «Сквош России», она занимается тем, чтобы эти федерации
их появлялось все больше и больше. Появляется там в Калининграде, появилось вот на этом турнире представлены игроки из Калининграда. В Перми сейчас очень хорошо развивается. В Екатеринбурге ребята очень сильно прибавили. Нижний Новгород, это наша вот мекка юниорского сквоша, да, то есть... В Екатеринбурге уже 6 кортов, да. Да, то есть сейчас вот развивается вид спорта так, что много открывается новых клубов, и не только в Москве и в Санкт-Петербурге, да, а в регионах, что немаловажно. И самое главное, что там проводятся турниры национального уровня, да, то есть что могут приезжать игроки со всей страны, а даже бывает из ближайшего зарубежья. В принципе, насколько сложно сделать корт, например? Этим можно заниматься в каких-то более, ну, более домашних условиях? Я имею в виду, как не профессионалам, детям, которые, например, да, интересуются этим видом спорта, как им прийти, к, там, допустим, в отсутствие корта в их небольшом городе? Слушайте, я вообще могу сказать что так, что я когда еще занимался теннисом, мой тренер мне в рамках тренировки ставил меня у стенки, заставлял отрабатывать удары. Спасибо ему большое, кстати, за это, потому что, возможно, сейчас это где-то играет свою роль, и мне легче попадать в стенку, играя в сквош. Безусловно. Многие спортсмены, там, не знаю, возможно, в детстве во дворах играли там, в футбол об стену, в теннис об стену, то есть какие-то такие бытовые истории, которые могут быть из нашего дворового спорта, которые могут выходить вот в дальнейшую какую-то историю. Ну вот при всей кажущейся простоте, тем не менее, спорт популярен. Причем за границей очень во многом в большом бизнесе. Очень хорошая возможность отвлечься. Игроки, конечно, играют гораздо динамичнее, чем это могут себе позволить мы обычные смертные. Да, у них, естественно, уже понимание, куда бежать, понимание, куда вернуться, да, то есть очень важно понимать, куда полетит мяч. Здесь уже оба игрока, они на таком опыте, что они чувствуют после того, как ударил соперник, куда полетит мяч, куда нужно побежать. И это большое различие как раз между игроками. Что нас сейчас происходит на корте, Александр? Я так понимаю, что Константин немножко добавил атаки и, соответственно, выиграл пару розыгрышей за счет красивых завершений атакующих. А Алексей старается где-то, возможно, сбавить темп для того, чтобы где-то чуть-чуть подергать Константина, потому что на высоком темпе ему будет тяжеловато продержаться весь матч. Я думаю, что как раз его смысл сейчас в том, чтобы дергать темп, и тогда, соответственно, Константин будет ошибаться. Ну вот мы видим сейчас, Константин ошибается в очередной раз, и мне кажется, что сейчас там пару очков Алексей должен вести. Напомним, что счет ведется до 11 очков, да, и тот, кто выигрывает 11 очков, выигрывает гейм. Пока что по геймам у нас впереди Алексей 1-0. Можно ли уже оценивать шанс игроков? Ну, безусловно, когда игрок выигрывает один гейм, он на один шаг ближе, чем его соперник. Я думаю, что сейчас очень важно, кто возьмет второй гейм. Я так понимаю, что второй гейм берет Алексей. Да, сейчас становится 2-0. И, конечно, когда счет 2-0, то явно шансы больше у того, кто ведет. Ну, вот. Но при этом интересно, как сейчас перестроится Константин. Я думаю, что его папа сейчас ему подскажет. Он его является его тренером. И он даст ему какие-то ценные советы. И вот сейчас пока что мы можем наблюдать красивые завершения розыгрышей и от Константина, и от Алексея. Их в этом гейме было много. Ну, вот, то есть мы видим, что игроки добавили в финальной стадии. Вот здесь была ошибочка от Алексея, невынужденная. Здесь, насколько я помню, будет хорошее попадание. Да, через боковую стенку мы видим попадание. Очень низко над линией аута. Чуть-чуть выше буквально. Можем мы говорить, что Алексей более силовой все-таки метод работы, в то время как Константин берет в том числе подвижностью, ну и разницу возраста. Но мы видим даже чисто визуально, да, что Алексей, он покрупнее, и что действительно он может брать это чуть больше силой, там, какими-то вот плотностью удара. Да. Александр, вы встречались с Алексеем? Да, это мы сейчас... Когда последний раз? Мне кажется, что на прошлом чемпионате России мы играли в стадии 1/4 финала. Как раз он меня тогда выиграл 3-0. Вообще, он был тогда тоже в потрясающей форме. Он тогда дошел до финала и проиграл Владиславу Титову тоже в 5-геймовом матче. Но тогда он был просто в сумасшедшей форме. Посмотрим, что будет в этом году. Какие у вас воспоминания об этой игре остались? Честно говоря, мне хотелось плакать. Потому что меня просто уничтожили в той игре. Алексей не терял сил, старался просто максимально быстро закончить. И...
реально прям уничтожал меня по полной программе. И то же самое было там в полуфинале. Они играли с Романом Фетисовым. Их извечное давнее противостояние. Вот они там поборолись за выход в финал. В итоге он оказался сильнее. Вот. Поэтому большое ему спасибо, что он продолжает играть. Это хорошее... Вы тренируетесь вместе? Да, мы тренируемся вместе. И на самом деле хороший пример для юниоров. Хороший пример для тех, кто приходит в сквош. Что вот он там до сих пор играет, он играет уже, наверное, больше 20 лет в сквош, да, и продолжает оставаться на высочайшем уровне, то есть это действительно очень круто, и спасибо ему большое за... Но сквош игра вне возраста, можно ли так говорить? Безусловно, да, вот на этом чемпионате у нас есть правило в регламенте, что на чемпионате могут участвовать юниоры, которым больше 15 лет. На этом чемпионате очень много юниоров, тех, кому старше 15, это, наверное, человек может быть больше 10. Вы уже видели, как они играют? Да, один из них вчера играл с Алексеем за выход в четвертьфинал. Ему 15 лет. Он на Кубке России сейчас занял 4-е место. На первенстве России для юниоров он выиграл первенство России. Ему досталась первая ракетка. Ему попался Алексей, да. Ну, я могу сказать так, что юниоры реально растут. Вот буквально на 2 недели назад у нас было первенство России, которое проходило в Петербурге. Я был там, поскольку там играли мои ученики. И я могу сказать так, что, блин, это очень круто, как развивается сейчас юниорский сквош, как они добавляют, как растет количество игроков и как растут регионы, это очень приятно видеть. А молодежь интересуется сквошем уже не менее, чем большим теннисом, может так говорить? Но... вы знаете, тяжело сравнивать, потому что все-таки теннис у нас как-то на более там развитом, но сквош, он набирает обороты, и сквош сейчас становится реально популярнее многих видов спорта. Ну, в том числе ввиду простоты. Да, да. У нас много сейчас детских академий, детских школ, да, то есть на базе клубов открывается какая-то академия, и они тренируют детей. А нам, оператор, спасибо, показали ранее ракетку для сквоша. Сейчас Александр расскажет о ней подробнее. Да, она буквально чуть-чуть меньше, чем теннисная. То есть, если теннисная у нас весит 300 грамм, это весит там от 120 до 160 грамм, да, в среднем. Вот, соответственно, она чуть легче, она чуть меньше, да, и поэтому движения, мы видим, они очень быстрые. То есть, рука очень быстро двигается. Вот, мячик, соответственно, меньше, чем... Это не теннисный мяч, это мячик для сквоша, он из каучука, маленький такой. Соответственно, летает он очень быстро, как вы уже сказали, там 173 мили, это действительно очень быстро, и реагировать приходится зачастую тоже очень быстро. Ну вот, поэтому мы видим, что скорость игры очень высокая. Я так понимаю, что сейчас Константин будет стараться брать этот гейм, потому что если он не предпримет никаких попыток, то проиграет 3-0 и уйдет бороться за 5-9 место. Да. 5-8. Что мы можем сказать о ходе игры? Алексей доминирует и меньше ошибается. Константин действительно много, как мне кажется, суетится и чуть-чуть много ошибается, что дает свою результат. Соответственно, Алексей немножко вырвался вперед. И еще 2-0, конечно, до этого невозможно сейчас где-то чуть-чуть передохнуть, возможно, да. Но по прошлому гейму казалось, что Константин все-таки набрал, и у него появился... Не дожал. Явно хорошо начал, а потом где-то отпустил, и с таким игроком, как Алексей, нельзя так делать, потому что он перехватывает инициативу и тут же заканчивает гейм. Вот. Есть, конечно, мы видим сейчас вот эмоциональные такие какие-то выпадки от Константина, то есть он понимает, что игра под контролем у Алексея, и очень тяжело идти против этого танка, не побоюсь этого слова, потому что мы видим, что Алексей действительно такой очень мощный игрок и прет как танк. Можно ли сказать, что рост и физические данные ему очень сильно помогают вообще в сквоше? Знаете, где-то помогают, где-то нет. То есть, например, если вы слишком высокий, то вам очень тяжело брать низкие мячи. Да? Если вы слишком низкий, то вам тяжело брать высокие мячи. То есть тут как бы разная ситуация бывает. Да? Где-то высокие длинные игроки, они могут, например, вытягивать руку, да, и там за счет длины рук пытаться доставать. Да, где-то за счет... Почему сейчас аплодировали за это? А, потому что Константин признался, что там было 2 отскока, я так понимаю, и отдал мяч. То есть это честная игра такая, да. То есть, зачастую бывает такое, что судья может это не видеть, а игроки признаются. Это на самом деле показывает определенное джентльменство человека. Ну как, джентльменство? Честность, да. Это, опять же, возвращаясь к скорости мяча в корте.
Ну, в общем, игра очень динамичная. Мы видим, да, что Константин пытается перехватить инициативу. Но мне кажется, что Алексей многое видит, много читает. Вот даже сейчас мы видели, что он вышел уже перед ударом Константина, он уже вышел туда, но совершил ошибку. То есть он действительно очень много видит и может предугадывать. Зачастую это работает, но вот сейчас мы видим две ошибки подряд от Алексея, и, возможно, сейчас Константин попробует зацепиться за этот гейм. Мне бы, честно, хотелось посмотреть на 4-5 геймов, потому что было бы интересно посмотреть, как Алексей справится с таким натиском. Да? То есть до этого у него матчи были достаточно простые, ну, за исключением вчерашнего вот, с Макаром Есиным, да, вот, с нашим подрастающим юниором. Все остальные, конечно, были достаточно легкие. Не уверен, что мы дождемся пятого гейма. Ну, это третья ошибка подряд от Алексея. Я так понимаю, что сейчас, скорее всего, уже идет какое-то преимущество от Константина. И, возможно, он сейчас выиграет этот гейм. Тогда счет становится 2-1, и мы увидим четвертый гейм, как минимум. Да, это уже тоже определенная как бы нагрузка, когда идет еще дополнительный гейм. Вот, поэтому посмотрим, как будет развиваться событие. Константин сейчас явно доминирует. Друзья, мы находимся в Московском национальном сквош-центре. Здесь проходит чемпионат России по сквошу среди мужчин и женщин 2020 года. Два сильнейших игрока России прямо сейчас у нас в кадре. Я напомню, это Константин Кострыкин и Алексей Северинов. А в студии находится не менее сильный игрок Александр Садчиков. Александр, напомните, пожалуйста, о своих результатах в последних сезонах. Да, вот буквально на прошедшем Кубке России, который был в ноябре, занял 5-е место. На прошлом чемпионате России занял тоже 5-е место. В прошлом году, честно говоря, был подвержен травме, и поэтому результаты были не такие удовлетворительные. А вот позапрошлом году было все поинтереснее. Был финал Кубка России, то есть 2-е место, и 4-е место на чемпионате России. То есть более такое, так сказать, результативное, что ли. Надеюсь, что в этом году я смогу улучшить свои результаты, и вот у меня буквально будет четвертьфинал через полтора часа. Будем настраиваться на победу, выходить в полуфинал и биться там дальше. Александр, мы увидим сегодня еще во время игры. У вас будет возможность такая. Александр, с кем играете? Я играю с Владимиром Осиповым. Это тоже член сборной России. Очень хорошо физически подготовленный игрок. Он сейчас действительно прибавил. Тоже возрастной. Насколько я знаю, ему 35, может быть, чуть больше. Вот. Но при этом он действительно в хорошей физической форме. Он очень много тренируется, он спаррингуется сейчас. Напомним, сколько вам лет, Александр? Мне 25. То есть разница в возрасте будет, и буду стараться работать именно над этим. Но вы считаете себя молодым игроком? Вы знаете, когда я вижу юниоров, которые играют на этом турнире, уже иногда не всегда. Ну, конечно, 25 – это возраст для того, чтобы по играть. По меркам сквоша? По меркам сквоша нет. Не думаю, потому что есть... Много турниров проходит так называемый мастерс, да, это которые начинаются с 35+, есть категория 75+. Понимаете, когда играют игроки, которые 75+, то есть там 77-78 лет, они... Мастерсы всегда это возможность проявить характер, себя людям, вообще... которые всю жизнь занимаются этим спортом. Да, представляете, это люди, которые играют 50 лет, 60 лет играют в сквош. То есть это настолько круто, и ты понимаешь, что все впереди, что вот этот вид спорта, он позволяет играть в любом возрасте, и действительно вот, ну, это радует. Мы сейчас видим, что Алексей, да, там... 40 лет, но он играет в шикарной форме, находится, выигрывает у 25-летнего. Да. Вчера он выиграл у 15-летнего юниора. Дальше у него, скорее всего, там будет игра с Владиславом Титовым, который сейчас является, там, в прошлом году был чемпионом России. Ему там тоже 22 года. То есть, в принципе, мы сейчас видим омоложение фаворитов, но при этом остались вот Алексей Северинов, Роман Фетисов, который будет играть в следующем матче. То есть остались еще те игроки, которые возрастные. Но они показывают невероятную игру. Какая ситуация у нас на площадке к этой минуте сложилась? А я так понимаю, что Константин совершил пару ошибок. И действительно там сейчас счет уравнялся. И третья партия где-то уже подходит к концу. Сейчас очень важно, чтобы Константин меньше ошибался, если он хочет выиграть этот гейм. Он в хорошей скорости. И остаться в игре. Да, скорость действительно очень, очень высокая. И мы видим это. Я думаю, что тем, кто сейчас находится на трибунах, и тем, кто смотрит по картинке, это видно, что игроки очень быстро передвигаются по корту. Это действительно тяжело, как бы это ни казалось непонятным, да, возможно, но это действительно тяжело.
немного вернемся еще к происходящему. Спросил о ракетке. Сколько стоит примерно профессионально? Профессионально где-то в районе 10 тысяч рублей будет стоить. Есть разные производители, не будем сейчас делать рекламу производителям. Но большинство ракеток вот у этих игроков это уже контракты спонсорские, да, то есть это какие-то обязательства перед спонсорами играть там именно этими ракетками, именно этими кроссовками, именно в этих формах. То есть у тех игроков, которые сейчас вышли там, в четвертьфиналы, в полуфиналы, выйдут они все на спонсорских контрактах. То есть они не покупают эти ракеты. Без упоминания брендов, мы можем что-то сказать об экипировке спортсменов сейчас? На корте. Да, это вот Константин в форме сборной России прошлого года. Очень удобная форма была, кстати. Многие члены сборной в ней играют. Насколько я знаю, что производитель даже они сделали чуть больше формы. Многие игроки в сквош покупали эту форму потом после чемпионата Европы, чтобы тоже в ней играть, потому что действительно удобная футболка. Алексей сейчас не пустил Константина. Да, там было такое небольшое попадание. Но также есть другие фирмы, да, то есть мы не называем фирм, но есть много других фирм, которые действительно очень приятны. Главное, чтобы было, чтобы под. Мы сейчас видели красивое падение от Константина за мячом, но дальше он не успел за следующим. Но, к сожалению, безуспешно. Да, да. Я так понимаю, что Алексей близок к победе. Говоря про форму, да, самое главное – это кроссовки, которые у нас с мягкой пяткой, да, устойчивые. Вы используете какие-то беговые, специализированные? Нет, это именно для сквоша кроссовки. Mm-hmm. Они также подходят кроссовки для гандбола и для волейбола. Они, в принципе, более-менее похожи. Слышали, сейчас запрещают часть кроссовок? Да. Есть какие-то это очень интересно. Но, типа как допинг, что они помогают. Да, из-за расположения пластин в подошве у тебя появляются преимущества в беге и старте. Да, я слышал. Что-то подобное. Можно использовать в сквош что-то такое? Нет, я думаю, что многие игроки просто используют стельки специальные, то есть делают индивидуальные стельки для того, чтобы нога чувствовала себя комфортнее. А так именно... Вот мы видим окончание матча, Алексей выиграл 3-0, молодец, поздравляем. И да, друзья. Финал. Я, к сожалению, должен вас покинуть и побежать готовиться к своему матчу. Друзья, продолжается трансляция чемпионата России по сквошу среди мужчин и женщин. В студии находился Александр Садчиков. Успехов! Да, спасибо, еще увидимся. Спасибо тебе. Мы продолжим буквально совсем скоро. Несколько повторов, еще самые яркие моменты этой встречи. Константин Кострыкин, Алексей Северинов. Сильнейшие российские игроки. Поздравляем Алексея и увидим Александра совсем скоро в эфире. И рад вас приветствовать, друзья. Мы возвращаемся. Это чемпионат России по сквошу среди мужчин и женщин 2020 года. В студии Петр Левинский. Ранее Александр Садчиков очень любезно нам прокомментировал не только происходившую встречу
Константина и Алексея. Ну и, собственно, рассказал больше об игре. Мы обязательно увидим Александра. Еще не переключайтесь. Прямо сейчас у нас новый гость студии. Приветствую вас. Представьтесь. Здравствуйте. С вами Сергей Беляев, а также участник этого чемпионата. Я, к сожалению, вылетел на более раннем этапе в 1/8 финала. Сегодня мы увидим и моего соперника, обидчика, в следующем матче. Скорее всего, это будет. А сейчас у нас второй четвертьфинал. Роман Фетисов, Михаил Сулима. Санкт-Петербург, Роман Фетисов. И Михаил Сулима, Нижний Новгород. Друзья, я рад, что у нас есть возможность познакомить вас с лучшими игроками России по сквошу. Это действительно профессионалы, игроки высшего уровня, неоднократно участвовали и в чемпионатах мира, и чемпионатах Европы. Мы обязательно еще расскажем вам о чемпионате Европы, который произойдет в предстоящем сезоне в апреле. Сергей, пока расскажите о себе. Я, как уже и сказал, участвовал и в этом чемпионате тоже. Давно ли вы занимаетесь сквош? Занимаюсь уже 10 лет, играю в сквош. Мы уже выяснили, что многие профессионалы приходят из большого тенниса. Я занимался много чем, и большим теннисом тоже. И, в принципе, даже у меня такая уникальная карьера. Я стал спортсменом в 25-26 лет. Потому что до этого я работал в банке. В общем-то, работал себе спокойно, пока не попробовал однажды поиграть в сквош. В детстве занимался много чем, поэтому как-то у меня получилось очень быстро. А серьезно в детстве занимались? Относительно серьезно. Не было ни одного реального официального разряда, но я участвовал во всех сборных школы, во все виды спорта, во всех сборных своего факультета в МГУ, в том числе и в теннис. И вот как-то так получилось, что уже по прошествии 5 лет после учебы в институте я попробовал просто для себя поиграть в такую игру сквош. И мне настолько понравилось и настолько стало хорошо получаться, что буквально за несколько лет я полностью ушел в сквош. И как игрок я стал игроком сборной. Да, я стал. Не жалеете о том, что банковскую деятельность бросили? Конечно же, нет, да, поскольку я ушел в свободное плавание, стал просто получать удовольствие от того, что я делаю, ну и, в принципе, занялся этим еще как и бизнесом. Мы открыли свои собственные клубы с супругой Ирины Беляева. Она многократная чемпионка России, очень известная, наверное, самая известная российская сквошистка. В свое время была 70-я в мировом рейтинге, когда участвовала в этом туре. Но сейчас прекрасные она результаты. Закончила карьеру, и вот уже на этом чемпионате она не участвует. К слову о клубах, о развитии сквоша в России. Ранее Александр говорился, что стало больше юниоров. Молодежь интересуется, насколько приходят дети? Интересуется. Очень большие изменения заметны за последние 5-10 лет. С чем связываете? Связываю с тем, что происходит популяризация данной игры, растут все больше игроков, взрослых, в том числе у которых вырастают уже их дети. Они приводят сначала своих, потом те приводят своих друзей, одноклассников и так далее. И, конечно, вот, кстати говоря, огромная заслуга этого Михаила Сулимы, которого мы видим сейчас на экране, который разминается и готовится к своему четвертьфиналу. Дело в том, что Михаил воспитал самых сейчас именитых юниоров, которые на сегодняшний день выступают в чемпионатах Европы юниорских и вообще в европейских турнирах, очень успешно возглавляют даже некоторые из них рейтинги в своем возрасте до 11 лет, до 13. Мы можем попросить потом Михаила еще раз пройти? Да. Давайте расскажем об игроках. Итак, продолжим рассказывать о Михаиле. Значит, еще раз повторюсь, что он из Нижнего Новгорода. Собственно, Нижний Новгород — это такой вот первый там возник клуб, такой, который... Какой футболки, Михаил? В серой форме играет Михаил. Он лет 10-12, может быть, назад в Нижнем Новгороде
был главным тренером. Сколько лет Михаилу? Михаилу 33 года, может быть 35, если честно, могу сейчас ошибаться. Он пришел из тренерской деятельности? Он пришел из тренерской деятельности, он сам воспитывался как игрок, в общем-то, можно сказать, один в своем городе, так как у него не было там достаточной конкуренции. Mm-hmm. Тем не менее, он сумел достигнуть больших высот, еще и как игрок, собственно. То есть сейчас вот мы видим, как он выступает в восьмерке сильнейших игроков России. И, собственно говоря, возвращаясь к детям, еще раз вот про Нижний Новгород, да, что у них возникла первая такая школа, серьезно, именно детская. То, чего не было в других местах и городах, например, в Москве, в то время сквош был как развлечение для взрослых, играли... Был распространен в основном, да, в Москве. Да, 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 среди взрослых любителей, в общем-то. И так получалось, что никто и не занимался полноценно детскими секциями. А вот Нижний Новгород, надо отдать должное Михаилу, конечно, это дало свои плоды. Вот уже прошло 10 лет, и у нас есть реальные чемпионы Европы в своей вот возрастной категории. Это уже воспитанники Михаила? Да, это воспитанники Михаила, это в основном Алешины, Олеся Алешина и Трофим Алешин, ну и также другие юниоры. В общем-то, это замечательно. Очень много кортов стало в Екатеринбурге. Сейчас какие основные, по-вашему, центры сквоша в России, какие города? Помимо Нижнего Новгорода, о котором вы говорили. Да, ну, основные, конечно, Москва и Санкт-Петербург. Далее идет Екатеринбург, Новосибирск. Это вот, наверное, основные такие места, где воспитываются вот игроки, которые потом приезжают ежегодно на чемпионаты. В Екатеринбурге даже проводится Кубок России уже вот два последних года. Кубок был там, то есть уже приезжают туда спортсмены со всех регионов страны, в том числе, конечно же, из Москвы и Санкт-Петербурга. Какую школу вы считаете сильнейшей? Ну это вечный, конечно, спор. И так получается последние годы, что игроки и тренеры периодически переезжают из города в город, и поэтому не всегда можно привязать кого-то из спортсменов к определенному региону. Вот, например, тот же Михаил Сулейман на сегодняшний день представляет сборную Московской области. Он не так давно переехал в Московскую область в новый клуб, и там занимается развитием детской школы и воспитывает новых юниоров. Давайте представим зрителям второго игрока. Итак, второй игрок — Роман Фетисов в красной форме на ваших экранах. Это постоянный участник полуфиналов и финалов чемпионатов России за последние, наверное, 10 лет. Да, тоже один из сильнейших игроков. Мы его немного обсуждали с Александром. Да, он, ну, возможно... Упоминал. Даже... Да, да, да. Александр, как и Роман, они представители школы Санкт-Петербурга, очень хорошо знают друг друга, давние друзья, очень много вместе занимались и тренировались, также готовились к этому чемпионату. Но опять же, Александр Садчиков уже тоже последние года полтора как работает в Москве, вот на этих самых кортах, здесь является одним из главных тренеров. А можем ли мы что-то сказать еще о Романе, в какой он сейчас форме находится, и шансы мы будем чуть-чуть позже на победу обсуждать, пока именно об игроках. Да, Роман, как я и говорил уже, играет очень давно, и самое главное, что очень стабильно. Только что мы видели, как Алексей Северинов, самый именитый, конечно, наш спортсмен, легко выиграл у Константина Кострыкина. Вы считаете, следили за игрой? Я следил за игрой. Вы считаете, легко? Мало того, я подсказывал, как мог. И даже во втором гейме. Да, я помогал ему как мог, но если Алексей играет в свою игру очень
уверенно и очень хорошо попадает, не делает ошибок, выиграть у него ну, практически невозможно, если только не находиться на каком-то пике физической формы. Сталкивались с Алексеем на корте? С Алексеем я сталкивался не раз на корте, вообще со всеми игроками. Конечно, мы из года в год играем вместе, чемпионаты, кубки. И, конечно, в последние там, 5-10 лет мы встречались неоднократно. Играть... Какие впечатления у вас об этом спортсмене остались? Именно об Алексее Северине. Ну, как я и говорил, что невозможно играть. С ним надо быть одновременно и очень точным, и очень быстрым. Только так можно что-то сделать. То есть моя игра – это либо я играю точно, но не быстро, либо наоборот, как вот на самом деле у многих. Но у топовых игроков это, конечно, не обсуждается. Их главная задача на высоком темпе игры сохранять очень точный удар, очень высокое качество, показывать то же самое качество, как и на когда играют на свежую. Вот сейчас мы видим, если можно уже немного переключиться к самой игре. Давайте посмотрим более внимательно. Сейчас идет первый гейм. В первом гейме, как правило, не активизируются события, не ускоряются. Вот сейчас мы видим, Михаил остановил игру, не стал отбивать мяч. Дело в том, что Роман сыграл очень широкий кросс, который вылетел в центр корта, вот в район двери, где выход с корта. И там не стал играть Михаил, чтобы не попасть в соперника. В этом случае игра останавливается, судья объявляет ESLED, что он и сделал. И эта игра, этот розыгрыш переигрывается. Вообще, в сквоше очень часто мы можем увидеть, что игра останавливается без выполнения удара. Просто игрок делает замах или куда-то упирается в соперника и просто останавливается. Дело в том, что по правилам нельзя создавать помехи. Если есть помеха для удара, это называется строк, очко сопернику. Это правило мотивирует игроков после удара отбегать как можно быстрее, чтобы не попасть под этот самый под это решение строк. Но тем не менее далеко не всегда они это делают. Да, далеко не всегда, и в этом и состоит часть игры, и очень важная часть игры. Кто лучше занимает позицию, кто лучше освобождает место для пространства. Вот, например, сейчас Михаил сыграл отличный дроп, укороченный удар. Роман отвечает не очень удачно себе за спину, и там уже Михаил его поджидает, скажем так, с замахом. А вот так неожиданно уже и закончился первый гейм в пользу Михаила. Но на самом деле это не показатель. Первый гейм достаточно часто играется не для того, чтобы выиграть, а для того, чтобы вкатиться в игру, почувствовать соперника, почувствовать корт, почувствовать публику, почувствовать, какие ошибки соперник совершает, как действует в разных ситуациях. Вот как раз таки повтор той ситуации. Вот оно, решение строк. Здесь Роман даже и не спорил, это абсолютно очевидно. Да? Здесь на повторах мы видим, как много в этом гейме было ошибок у Романа, что и привело к проигранному первому гейму. Но посмотрим, что будет дальше. На самом деле у Романа достаточно часто можно было наблюдать вот по ходу его карьеры. Можно сказать, он известен такими матчами, где он может проигрывать 2-0 и совершенно спокойно дальше выходить и выигрывать этот матч. Так что дальше только интрига. Пока сложно что-то предсказать. Игрок Сергей Белеев у нас сегодня комментирует эту очередную встречу чемпионата России по сквошу 2020. Можно ли дать какие-то, тем не менее, после первого гейма, какие-то оценки шансов игроков на победу? Я думаю, что по-прежнему шансы на победу больше у Романа Петисова, несмотря на то, что сейчас он проигрывает 1-0 по геймам. А матч идет, как мы знаем, до 3 побед. Это называется система Best of 5. То есть она может закончиться 3-0, 3-1 или 3-2. Дело в том, что вот мы это видели и на повторах, что ошибки были такие, можно сказать, не вынужденные. Роман абсолютно не устает, легко
перемещается по корту, в общем-то заставляет совершать какие-то активные действия своего соперника, и тем самым он, конечно, отдал целый гейм, но Михаил отдал на это, мне кажется, намного больше сил. Поэтому посмотрим, что будет в этом гейме. Сергей, как вы можете охарактеризовать какие-то особенности игры этих игроков? Ну, если в прошлой игре мы явно наблюдали физическое, в том числе, ну, ничего с этим не поделаешь, физическое превосходство Алексея над Константином, тем не менее, это же может быть и плюсом, когда ты более быстрый игрок. Но вот в данном случае, что мы можем сказать о наших участниках? Вот по данной игре, вот она, кстати, так заметно отличается, собственно, от игры Северинов-Кострыкин. Если у них, у Северинова и Кострыкина, матч был на высоком очень темпе, в завинченном, mm-hmm. и, очевидно, это завинтил его Алексей Северинов, да, поскольку вот мы говорим, это стиль Алексея. Стиль его, можно сказать, выбранная тактика игры именно против Кости. Он завинчивал темп, зная, что на высоком темпе он намного более точный, чем его соперник. И это использовал в качестве преимущества и не прогадал. И Костя, конечно, ввязывалась в этот темп, и мы увидели очень быструю игру, очень низкие, сильные удары. И то, что мы видим сейчас, в этом матче, игра намного, кажется, спокойнее, то есть темп немного сбивают игроки, очень часто используют высокие удары, так называемые свечи или лоб по-английски, не нагнетают игру, не ускоряют, да, то есть такая, на самом деле, идет очень интересная игра, когда можно понаблюдать, ну, так называемый mm-hmm. шахматный, что ли, сквош. И вот есть возможности для вот таких красивых ударов, когда налегке Роман выпрыгивает и отбивает свечу, попадая таким кросс-дропом в ник. Этот удар называется киллшот. Что-то вроде того он исполнил и сейчас. Кросс-дроп, только уже из левого угла, правый передний. И вот сейчас еще один раз. Видно, что Михаил уже не бежит за этим мячом. Вот сейчас очень хорошо видно на экране счет в левом верхнем углу. На таком дополнительном маленьком экране 9-1 ведет Роман Петисов. Уже 10-1. 10-1, да. Вот здесь видно. 10-1. 11-1. Гейм уверенно забирает Роман, как я и говорил, да, что казалось бы, отдав первый гейм, возможно, он может занервничать. Нет, для Романа это означает, что все идет по плану. Я рад, что у нас такая красивая игра получается. Мы сейчас видим лучшие моменты этой встречи. Константин. Ну, вот это не самый, наверное, лучший момент. Это ошибка Романа, но это была... Ну, смотря для кого. Не вынуждена, потому что очень хорошая была сделана свеча. Но, кстати говоря, это была единственная его ошибка. Как мы знаем, он выиграл со счетом 11-1. Дальше он уже не ошибался и попал абсолютно все удары. Хотя Михаил на самом деле особо не сопротивлялся. В какой-то момент где-то в середине гейма он понял, что что-то идет не так, и начал, ну, по сути, настраиваться на следующий гейм. И еще раз порадовался, что не зря он выиграл первый гейм, что позволило ему так вот немного расслабиться, что ли, во втором гейме. Потому что, отдав первый, такое было бы делать нельзя. Сколько геймов нас еще ожидает, по-вашему? Значит, сейчас счет 1-1. Далее, мне кажется, что счет, скорее всего, будет 3-1 в пользу Романа. Но Михаил игрок очень непростой, неординарный, действует на корте очень интересно. Если Роман немного перестанет его читать, или точнее можно сказать, что Михаил начнет более как-то качественно обманывать, да, то тогда можно снова дождаться ошибок от Романа и сделать счет 2-1 или 2-2, и все будет решаться тогда в пятом гейме. Кроме своих, ну, это понятно, какие игры вы еще выделили бы на этом чемпионате? На этом чемпионате, ну вот как раз очень интересный был матч у Михаила Сулимы против Валерия Литвинка, спортсмена из Санкт-Петербурга. Он такой очень именитый спортсмен не только
сквоши, он гиревик, чемпион мира неоднократный и в других видах спорта является мастером спорта, сейчас не вспомню каких. Красивая игра. Кстати говоря, да, очень удачно попадает Роман необычным ударом, обычно, как правило, который приводит не к победе, но он очень точно его попал. Да, вот этот так называемый обратный боус, когда мяч находится у передней стенки. Ну и зрелищно. Да, и, мяч очень, да, необычный такой. То, что очень любят игроки, которые вот, там впервые или не так часто видят игру в сквош, они, конечно, любят, когда используются удары, которых нет в других ракетных видах спорта. Это с использованием боковых стен и даже задние. Да, когда игрок бежит назад, отбивает в заднее стекло, мяч возвращается в игру, игра продолжается. Это, конечно, зрелище захватывающее. Игроки таким образом бывают, что эпатируют кубки. На самом деле бывают, конечно, когда очень большая разница в уровне. Это, кстати говоря, возвращаясь к вопросу о матчах на этом чемпионате. В общем-то, как-то на любом, на первых стадиях очень часто встречаются игроки с совершенно разного класса, разного уровня. Когда один там на одну-две головы лучше играет, чем соперник, тогда он может себе позволить такие некоторые вольности, немножко сыграть на публику, чаще играть об заднюю стену, хоть это и не эффективный удар, зато эффектный. И, в общем-то, бывают такие матчи, где очевидно, кто выиграет, но зрителей собирается не меньше. Но мы не можем сказать, что это очень легкая игра для Романа. Я полностью согласен. Иногда по Роману можно подумать, что он так двигается, не напрягаясь, но на самом деле это его стиль, у него очень хорошие, грамотные передвижения по корту. Он отличается, конечно, от всех наших игроков тем, что его передвижения по корту самые эргономичные и экономичные. То есть он не затрачивает лишних усилий, не делает лишних шагов. Вот один шаг и тут же в центр, один шаг и тут же в центр. Это ему дает за весь матч, да, очень хорошее преимущество. Поэтому матчи со счетом 3-2, как правило, уходят в пользу Романа. Да, потому что в решающем гейме ему играет на пользу вот эти его экономные передвижения. Но тот, кто видно, вообще пошел пешком, да, то есть, ну, и, естественно, ошибается, да, стоит в сквоше немножко расслабиться, встать на прямые ноги, и даже в выгодной, казалось бы, ситуации можно допустить ошибку. Счет, в общем-то, рабочий, был счет 3-6, уже 4-6, и вот если вот таких парочку вольностей допустит Роман, то уже, ну, как бы будет это достаточно опасно для него. Сейчас, пожалуй, самые интересные моменты этой встречи. Да, счет 1-1, это сейчас гейм очень важный. Уточняет Роман решение судьи, но здесь было очевидное решение, честно говоря, непонятно по поводу чего уточнялось, но здесь Михаил сыграл прямо себе за спину, где ждал его Роман. Итак, ошибку допускает Михаил, видно, что он немного рискует, бьет ниже, пытается выиграть мяч из каких-то положений, где обычно не выигрывают. Вот сейчас он немножко взял инициативу в свои руки, но игра вперед с Романом — это, конечно, заведомо проигрышная тактика, потому что очень-очень хорошие контрдропы всегда делает Роман, когда получает удар вперед. Вот, например, сейчас можно посмотреть. Ну, тут он просто делает, можно сказать, гениальный удар, кросс, но не широкий, а в корпус своему сопернику, рискуя попасть на строк, но, конечно, с такой силой удар, можно сказать, в упор в корпус, и Михаил не успевает ни замахнуться, ничего сделать, в общем-то, даже не увидел мяч, по сути. И это решающие минуты встречи. Решающие минуты этого гейма, наверное, можно сказать. Ну вот, опять немного вальяжно действует Роман на прямых ногах, пытается просто попасть в мяч и уже, чтобы закончился как можно быстрее этот гейм. Но при таком счете, может быть, и можно позволить себе немного расслабиться. Было счет 10-4, сейчас 10-5. Ждет он пока ошибки соперника, ничего не делает, можно сказать, набрасывает ему и снова набрасывает. Вот тот самый момент, да, когда
чувствует сильное преимущество Роман, один из соперников сильнее. Вот это бывает, приводит к возможности сделать вот такой вот удар из задней части корта, как-то на одной ноге, очень красиво в передний угол. Вообще, по основной тактике, конечно, если мяч находится в задней части корта, то игрок должен постараться доставить мяч, вернуть обратно в этот же задний угол и выйти самому в центр корта. Это такая базовая игра, да, когда два игрока, можно сказать, перестреливаются, обмениваются ударами назад, только для того, чтобы получить когда-то мяч в центре и начинать свои атакующие действия. Повтор ярких моментов гейма. У меня чуть позже будет еще вопрос к Сергею относительно школ детских. Что мы видим? Значит, мы видим повторы этого гейма, и вот на удивление мы видим очень мало вот этой самой базовой тактики, о которой я говорил, и которых было очень много в матче с Северинов-Кострикин. Удары назад, в задний угол, очень сильные и мощные. Здесь мы видим в основном свечи, очень высокие удары, вот снова высоко летит мяч, и атака вперед. Вот удар свеча, атака вперед, дроп снова вперед. Ну, здесь попал под строк, так пропустил мяч между ног. В общем-то, такое бывает в сквоше очень часто. Но соперник, как правило, уже поджидает. Вот такое яркое отличие этого четвертьфинала от предыдущего. Будем смотреть, что будет в следующем гейме. Мы видели, что Роман может расслабляться и начать допускать ошибки. Мне кажется, что очень важное будет начало следующего гейма. И вот оно уже и наступило. Счет. Мы возвращаемся. Это трансляция чемпионата России по сквошу среди мужчин и женщин 2020-го. Лучшие игроки сегодня, действительно лучшие игроки России. В данном случае Роман Фетисов и Михаил Сулейма. Сергей Беляев помогает нам, комментирует эту встречу. Мы узнаем сегодня больше о сквоше как таковом, потому что многие зрители действительно никогда еще не наблюдали за серьезными чемпионатами и видели игру только в каких-либо упоминаниях. Сергей, пользуясь возможностью, вы говорили о школах. Дети, с какого возраста дети могут играть в сквош? Ну, вообще, ходить на секции по сквошу можно с 4 лет, как и очень многие виды спорта. В этом возрасте, где-то с 4 до 6 лет, дети в основном делают какие-то упражнения на баланс, на чувство мяча. У них маленькие специальные ракетки, у них могут быть какие-то мягкие мячи. Очень важно, что эти дети выполняют эти упражнения на корте для сквоша, и постепенно они из года в год привыкают к габаритам корта. Вы преподаете себе? Куда бежать. Я преподаю, конечно. Тренируете? Конечно. Конечно, я тренирую. На самом деле, вот практически все игроки, кроме, может быть, нашего действующего чемпиона Владислава Титова, который вот является именно профессиональным спортсменам и только, и поэтому у него такие прекрасные результаты. А в основном, конечно, остальные игроки, они очень активно работают и тренируют юниоров, любителей, сильнейших любителей, таких полупрофессионалов и так далее. Поэтому я, конечно, тоже не отстаю. Сколько геймов ждет нас в этой игре? В этой игре, как я говорил, что, по моим ощущениям, счет должен был бы быть 3-1 в пользу Романа. Но уже нет. Но уже не факт. Да, он ведет 2-1, конечно, но 3-6 сейчас он проигрывает в этом гейме, выполняет очень интересный удар за спиной, эффектный. Но на самом деле, когда уже очень много идет эффектных ударов, это свидетельствует либо об очень большом преимуществе, чего сейчас нету, либо все-таки об уже немножко такой ушедшей концентрации. Надо отдать должное Михаилу, то, что его
концентрации сейчас на пике. То есть видно, что он настроился на этот гейм, очень хочет сравнять счет и сделать его 2-2, чтобы все решалось в пятом. И пока это ему удается, конечно, Роман ему очень сильно помогает. Из вот 8 набранных очков, наверное, очков 5 невынужденные ошибки Романа Фетисова. Апеллирует немножко к судье Михаил, показывает, что Роман, возможно, не успел, но, тем не менее, игра продолжается, значит, успел. Для тех, кто раньше никогда не видел сквош, что-то еще исправил, можете от себя добавить? Какие-то основные моменты. Нам Александр, за что ему спасибо, мы попытались ввести тех, кто никогда не смотрел сквош, в какие-то основы. С радостью продолжил бы уже с вами. Какие-то особенности игры из тех, что мы можем сейчас наблюдать на экране для начинающих? Да. Ну, я думаю, что по линиям все уже рассказано. Тем не менее, возможно, для тех, кто только присоединился к нашей трансляции, в двух словах расскажу, что вот линия, которая идет по самому верху, впереди по передней стене, а также она спускается немного так под углом по боковым стенам, это линия верхнего аута. Если мяч при ударе улетает выше этой линии или касается даже саму линию, это аут, это ошибка. И эта линия выполнена из какого-то другого материала, она имеет немного такую округлую форму, она не просто нарисована на стене, это сделано для того, чтобы мяч при попадании в линию отскакивал как-то криво, и было бы очевидно игрокам и судье, что мяч попал в аут. Просто игра идет на очень высоком темпе, и, соответственно, это такое устройство этой линии очень хорошо помогает. То же самое можно сказать про нижний аут. Вот на передней стене, где мы видим такую белую линию с логотипами, это нижний аут. Это аналогия, как сетка в большом теннисе или в настольном теннисе. Mm-hmm. Сейчас мы видим, кстати говоря, очень такой интересный момент игры, да. Опишите. Да, значит, здесь ситуация LED, уперся игрок в игрока, но при этом мог вполне сыграть, поэтому судья назначает LED. Итак, вот эта линия нижнего аута. Что значит LED? Да, LED. LED, возвращаясь к правилу помех, LED это означает, что очко должно быть переиграно. Эта ситуация возникает, когда один игрок отходит после своего удара, а другой выходит на свой удар, и они как-то пересекаются. В сквоше не принято во что бы то ни стало пытаться достать любой мяч, ломиться вперед. И очень часто в этом игроки останавливаются для того, чтобы это очко переиграть. Это все официально по правилам и так далее. Итак, зрители аплодируют. Почему? Потому что у нас первый матчбол в этом матче. 10-9 в пользу Романа. Он может выйти, может и не выйти в полуфинал. Сейчас вот очень важный момент вот этого всего матча. Наверное, самый ответственный. Попадает здесь очень удачно Роман, выполняя удар через боковую стену. Этот удар называется «Боуст». Очень часто выполняется именно из заднего угла, потому что он трудно предсказуемый и имеет возможность, есть такой шанс, что он отлетит в передний угол и влетит в них. Все, матч закончен. Роман Фетисов. Победа. Все-таки Роман. Да, все-таки Роман. Он довел, не захотел оставлять, я так думаю, все это до решающего гейма, потому что все-таки напряжение есть. И можно и наошибаться. Друзья, да. Это чемпионат России по сквошу среди мужчин и женщин 2020-го. Мы обязательно продолжим. Спасибо Сергею Беляеву за то, что рассказал нам об этой интереснейшей встрече. Мы посмотрим некоторые лучшие моменты этой игры. Итак, мы видим повторы с этого матча, который только что закончился в пользу Романа. Вот это второе очко в этом гейме. Мы его отлично помним, как Роман принял уверенным ударом в передний угол. Вот здесь вот видно, как очень хорошо Роман читает своего соперника. Вот еще раз посмотрите. То есть он сыграл на опережение, увидел, какой будет удар, и
тем самым как бы немного поймал на этом своего соперника. В общем-то, он на вот этих уловках у него матч, собственно, и прошел. Кого мы ждем в следующих встречах? В следующих встречах сейчас пошел разминаться на корт. Вот мы видели после этого матча Владимир Осипов, игрок сборной России. Встречаться, играть он будет с Александром Садчиковым. Ну, Александр Садчиков, да, который был уже у нас в студии, и мы его скоро снова увидим. Да, теперь мы увидим его в действии, собственно, на корте. Тоже будет очень интересный матч. Очень ровные два соперника. Так, Кирилл Перов поздравляет Романа Кутисова. Спасибо, уважаемые телезрители. Продолжайте следить вместе с нами.
Я рад приветствовать наших зрителей на трансляции чемпионата России по сквошу среди мужчин и женщин 2020 года. Здесь Петр Левинский. Но самое главное, у нас сегодня прекрасная, уникальная возможность общаться в студии со спортсменами. И Сергей Беляев поможет нам узнать не только больше о происходящем, но и у меня к нему вопросы как к спортсмену, как к человеку, который занимается непосредственно тренерской деятельностью и помогает появляться новым спортсменам российским. Кстати, кого-нибудь уже воспитали? Ну, лично я с детьми не работаю, к сожалению. Наверное, я сейчас все больше интересуюсь этим, да, потому что вижу результаты тех юниоров, кто начинали 5-10 лет назад. Это, конечно, здорово, это вдохновляет. Думаю, это что... вы уже о вашей школе? Я не только о нашей школе, конечно же, о школах российских в разных городах и регионах. Вот видим эти результаты, это вдохновляет на то, чтобы и в наших школах тоже активизировать, увеличивать количество желающих, ну точнее количество занимающихся, да, количество желающих теперь, слава богу, есть, и оно растет. А насколько вообще работа с игроками в сквоше интересна с точки зрения финансовой привлекательности? Мы знаем о супергонорарах футболистов. Мы понимаем, что спорт этот популярен в мире, и причем среди бизнеса исключительно популярен. Насколько, по-вашему, в мире, в мировой практике, подобные контракты, подобная работа с игроками, она вообще интересна? Да, на самом деле сравнивать лучше всего это, конечно, с теннисом, потому что это такой собрат сквоша. И вот я, кстати говоря, могу немного окунуться вот в историю, и вы сразу поймете вот эту разницу между теннисом и сквошем в плане вот этой финансовой привлекательности на сегодняшний день. Прежде чем мы окунемся в историю, давайте быстро представим наших игроков. С Александром Садчиковым, собственно, вы уже познакомились. Он комментировал первую нашу сегодняшнюю встречу. Да, второй игрок — это Владимир Осипов, игрок сборной России. Он представитель московской школы сквоша. Встречаются питерская и московская школы. В данном случае, да, питерская и московская школа. Александр Садчиков, он моложе намного, чем Владимир. Дело в том, что я помню его еще так, достаточно юниорском возрасте. Александру 25 сейчас. 25, да, вот как раз лет с 15, наверное, он, может быть, даже с 13 занимается. И, в общем-то, вырос он с такого детского возраста вот у хорошего игрока. А у Владимира Осипова очень похожая история на мою. Владимир Осипов в синей форме. Он начал играть достаточно поздно. Вот, в общем-то, ну, как уже видим, такие случаи не редкость для игроков сквоша в России на сегодняшний день, когда... Большая разница в возрасте у игроков. Большая разница, да, я еще имею в виду то, что игрок начинает заниматься в достаточно позднем возрасте и при этом доходит до очень хорошего уровня, ходит в сборную, ездит на профессиональные турниры и так далее. Вот пока на сегодняшний день в сквоше такое еще встречается, как, например, я говорил уже, это я, как Владимир Осипов, уже начал играть в сквош, наверное, в 26-27 лет, и уже буквально через 5 лет вот он в сборной. Сергей Беляев, который, напомню, любезно комментирует нашу сегодняшнюю встречу, начал заниматься сквошем в 25 после банковской, 25 да, после да, банковской да, де- да, деятельности. Даже, можно сказать, во время банковской деятельности. И уже через год позанимавшись, я полностью ушел в сквош и как спортсмен, как бизнесмен связал с этим свою жизнь, можно сказать. И, конечно, нисколько об этом не жалею. Кстати говоря, у Владимира Осипова похожая ситуация. Он занимается на сегодняшний день сквошем и развитием сквоша, и тренирует, и сам выступает как игрок, тренируется сам, соответственно. И он занимался достаточно долгое время вопросами Российской Федерации сквоша. Те результаты, которые на сегодняшний день достигнуты,
Это во многом благодаря его работе. Ну, то есть это я все к тому, что он точно так же полностью переключился на вот эту сквош-индустрию, если можно так одним словом объединить. Что мы можем сказать об этой игре? Какие-то прогнозы можно строить? Да, мне кажется, что эта игра интересна тем, что очень сложно построить какой-то прогноз, в отличие от предыдущего матча. Вот мы видим такой очень хороший спортивный жест. Задели друг друга игроки и извинились друг перед другом. Итак, в отличие от матча Фетисов Сулейма, здесь очень сложно построить какие-то прогнозы. Очень интересен этот матч будет тем, что стиль игры у игроков похож. Это может привести. Как мы можем его охарактеризовать? Ну, такой стиль, вот если вот вы помните, а может быть кто-то, если только присоединился, я напомню, что все вот наши четвертьфиналы отличаются по своему стилю, и в принципе достаточно часто матч на матч сквоши не похож, всегда есть какая-то особенность. Например, Северинов-Кострикин играли в очень активный сквош, в очень темповой, так скажем, сильные низкие удары назад, был бешеный темп, мы все это видели. Только что мы видели Роман Фетисов-Сулейма, играли так называемые кошки-мышки, очень много высоких свечей, переводов и так далее. А здесь, что интересно, я думаю, что мы увидим такой комбинированный сквош, когда оба игрока будут экспериментировать, будут пытаться подстраиваться друг под друга, где-то взвинчивать темп, где-то, наоборот, его сбивать, где-то переходить больше в атаку, а где-то, наоборот, в такую спокойную защитную игру. И вот будет интересно, кому лучше удастся разложить этот матч именно тактически. Да, потому что по физическим данным, техническим данным, эти два спортсмена очень похожи по уровню игры друг на друга. Что в данном случае делает игру интереснее? Конечно, да. Вот я поэтому и говорю, что она может быть и 3-2, это могут быть интересные долгие розыгрыши, это может быть смена тактики и так далее. Сергей, был вопрос к вам. Ваш любимый спортсмен мировой, на которого вы старались бы, ну не должно быть похожим, но который был бы примером для вас и вдохновлял бы? Ну, на самом деле, вот если взять последние лет 10, сквош номер один, если брать среди стран, это, конечно, Египет. Египет. Удивительная история. Удивительно, да, это, конечно, английская колония, как и вот в Индии очень развит сквош, также развит в Пакистане. Но вот как-то лет 30 назад одно время пакистанцы были на передовой, потом снова англичане, а вот сейчас какая-то эра именно египетских школ сквоша, возможно, потому что играл их руководящие лица несколько лет назад. И, в общем, как-то стала популярная игра. Стала популярна эта игра, люди стали обращать на нее внимание, стали записывать своих детей в детские секции. В секциях Египта вы можете просто в какую-то прийти в клуб, где много кортов, и в эту секцию могут ходить от 300 до 500 детей, например. Чего у нас, конечно, такого нет. В общем-то, именно из-за вот этого количества, да, в том числе, отбираются самые сильные и перспективные игроки. И, в общем-то, среди топов и звезд, можно сказать, последних 10 лет, конечно, половина игроков – это египтяне. Вот поэтому не случайно мой выбор именно египтянин Рами Ашур. Есть такой спорный момент, игрок, да? Ну да, достаточно спорный, потому что Владимир показал, что он может попасть в игрока, если совершит удар. И, в общем-то, хотел выиграть это очко автоматом, так называемый строк получить, но судья дает лишь LED, так называемый safety LED, это LED по безопасности, когда игрок в безобидной ситуации просто не наносит удар, боясь попасть в соперника. И даже если там соперника рядом это и не оказалось, то все равно дают возможность очко это переиграть, да, потому что это было
сделаны из соображений безопасности. А безопасность – это первый пункт в судействе сквоша. Это первое, чего нужно соблюдать, достигать и чему следовать. Это, конечно, безопасная игра. Да, потому что игра в сквош сопряжена с такими, в общем-то, рисками задеть друг друга, потому что мячи летают со скоростью 270 км в час у лучших игроков. Очень быстрые замахи происходят, резкие махи. Комната, если можно так назвать, сквош-корт, достаточно маленький. Доставалась ракетка, Сергей? Да, конечно, доставалась. От хорошего игрока это редко можно дождаться такое, да, потому что смысла задевать ракеткой нету. И считается, что если задел кого-то, то вина полностью твоя. Да, то есть нет такого какого-то вот обоюдного, или что игрок подлез под ракетку. Вот, чтобы вы понимали, просто представьте себе, что вы играете с игроком сквош, вы стоите с ракеткой. Это опасно. Да, это опасно. И, допустим, представьте, что ваш соперник придумал такую игру, подлезть под вашу ракетку, чтобы за матч с вами вы задели по нему ракеткой. То есть вот как-то незаметно встать вот так вот, подсунуть голову, руку, что-нибудь. Вот вы должны играть в сквош так, чтобы при всем его желании у него это сделать не получилось. То есть контролировать все 360 градусов. Если малейшее сомнение, что задеть, останавливаетесь, удар не наносится. Чуть он подальше, удар есть. Чуть поближе под ракеткой, игра останавливается. Сергей, что в вас воспитал сквош? Сквош, ну, кстати говоря, я бы сказал, что он воспитал во мне определенное такое спокойствие, концентрацию и уважение к сопернику. Когда я играл в теннис, в теннисе разрешалось ударить резко ракеткой. Очень хорошая атака проходит у Александра Садчикова, и очень важный момент, поэтому зрители так поддерживают вот это его решение с приема подачи сразу атаковать, тем самым он себе заработал 3 геймбола. Видно, что Володя Осипов старается поменьше передвигаться. Вот здесь вот неудачно отбивает мяч себе за спину, но тем не менее вот похожая ситуация. Судья дает лед, то есть возможность переиграть. И сейчас ошибку невынужденную совершает Александр Садчиков. 8-10. В принципе, 8-10 счет вполне игровой. То есть 2 очка подряд выиграть достаточно легко. Такое бывает сплошь и рядом. И сравнять счет Володя может. Складывается впечатление, что эта игра будет дольше, чем предыдущая. Я думаю, что да, чем 2 предыдущие. Да, вот мы видим, как Владимир цепляется за каждый мяч, а Александр делает 3 ошибки подряд ударом в так называемый тин. Тин – это еще его называют даун, это нижний аут, как аналогия сетки в теннисе. И, кстати говоря, вот немного о правилах. Высота этого тина, вот этой нижней красной линии, 48 сантиметров, 19 дюймов. Это любительская высота, ну, точнее, любительская и полупрофессиональная, скажем так. Когда играется мировая серия, то есть профессиональные мировые турниры, то эта линия опускается на 5 сантиметров и становится 43 сантиметра. Да, дело в том, что у профессионалов самого высокого класса для них очень большая сложность забить друг другу мяч, так как они легко достают его. 10-10, это подачу. И, да, 10-10, и только что было 10-10, и вот снова led ball, так называемый, очко переигрывается в ситуации, где он выскочил. Видно, не очень хорошее качество ударов. Не точно играет Владимир, не получается прижимать мяч к стенам. Если в предыдущих двух матчах мы видели так называемую игру таких технарей, которые из любого места могут так аккуратно прижать мяч к стене, что его очень сложно отодрать, здесь все-таки чуть поменьше качества. Из-за этого игроки, вот сейчас вот, например, видно, да, удар не удался вдоль стены, отскочил от нее, и сейчас тоже. Тем самым игроки дают больше возможностей для атаки. И вот здесь вот, да, Александр Садчиков
Очень эмоциональная такая победа. Он вел 10-7, вроде бы уверенно. Три ошибки в даун. Что дальше делать, не понимал, но тем не менее собрался и дождался ошибки от Владимира Осипова. Яркое завершение гейма. Очень яркое, да, эмоциональное. И вот в таких вот матчах, когда, в общем-то, такие качели, когда нету какого-то игрока-фаворита явного, да, здесь уже первый гейм очень-очень важен. Лучшие моменты гейма. Что вам понравилось, Сергей? Ну вот такие действия, как, например, это видно и сейчас, и в предыдущем. То есть, когда Александр Садчиков, вот видно, делает замах, максимально выдерживает паузу для того, чтобы сбить немного соперника, заставить его дергаться. Сейчас то же самое. Видите, замах, пауза, и ждет, куда бежит его соперник, и играет в другой угол. Ну, еще немного поиграть с публикой. Да, еще, может быть, немного на публику. Но, тем не менее, если очень большие паузы перед ударом удается делать, это во многом свидетельствует как раз о том, что соперник выполняет такие, ну, удары, что ли, допускает некачественные удары очень много, тем самым, в общем-то, давая возможность сопернику делать такие паузы, обманы и так далее. Так, я думаю, что Владимиру Осипову нужно сейчас настроиться на более спокойную и точную игру, сосредоточиться не на каких-то игровых комбинациях, не на защите, а на достаточно простых ударах назад, для того, чтобы Александра Садчикова прижать к боковым стенам и к задним углам. И вот только уже потом, на освободившемся, скажем так, пространстве, выполнять какие-то атакующие действия. Друзья, у нас трансляция чемпионата России по сквошу среди мужчин и женщин. Сергей Беляев после уже проведенной своей игры комментирует нам игры своих прекрасных, хорошо знакомых товарищей. Так как мы сегодня наблюдаем топовых игроков России, естественно, они уже неоднократно встречались друг с другом и хорошо друг друга знают. Первый чемпионат British Open прошел еще в 1930-м. В начале 19-го появился сквош. Почему его нет в олимпийской программе? Вот это как раз мы и вернулись к вопросу вот этой некой небольшой истории. Я постараюсь максимально кратко. Сквош, как и теннис, известный вот на сегодняшний день лаун-теннис, или как мы говорим, большой теннис, и сквош, они появились в одно и то же время, примерно 150 лет назад. Когда играли в так называемый real теннис, это такая королевская игра в закрытом зале, там такая была покатая крыша, куда мячик мог улетать на эту крышу, с нее скатываться обратно в корт, игра продолжалась, там использовалась такая повисшая сетка, какие-то насечки на стенах, в общем, очень необычный такой вид спорта в некоторых старинных клубах в Англии до сих пор сохранился. 2-0. Владимир второй гейм. Уточняет, какой счет. 2-0. Вот сейчас он услышал. Очень много зрителей присутствует за кортом, поэтому даже не всегда можно слышать судью. Поэтому игроки периодически обращаются с уточнениями. Итак, давайте немножко по игре посмотрим на начало этого гейма, потому что это очень важно. Удастся ли Владимиру переломить вот ход игры. Вот сейчас очень хорошо, здорово прижимает мяч. Здесь снова дает возможность обманывать Александру, чего ему удается. И ошибка, к сожалению, Владимира уже приводит к счету 3-0. И это необычная ситуация. Вроде бы Владимир Осипов сделал такой плохой удар четко в центр. Но настолько четко в центр, что, конечно, даже Александр такую не ожидал. Плохой прием подачи был в исполнении Александра Садчикова. Такой вот боуст очень высокий. И с этого и вот начал раскручивать свою атаку Владимир. И он до сих пор немножко находится в таком прессингующем действии, воздействии на Александра. Ну вот удалось Александру переломить ход.
Александр больше, как мне кажется, передвигается. Владимир сдержаннее. Какая из этих двух тактик, по-вашему, в данном случае приносит больше и лучшие результаты? Конечно же, кто передвигается по корту больше, тот находится в проигрышном положении. Во время первой игры из тех, что мы наблюдали, это не спасло Константину. Не спасло Константина в том смысле, что он больше передвигался. Да, он больше, ну, как мне показалось, он больше передвигался, чем Алексей, да, но... Совершенно верно, об этом я и говорю, что кто передвигается больше, тот находится в проигрышном положении. Это означает только то, что сопернику удается его дергать гораздо больше и лучше. То есть тот игрок, который меньше передвигается, меньше делает шагов, лучше читает игру, меньше теряет усилий на передвижение, он имеет, конечно же, преимущество. Вот основная тактика, основная задача в игре – это двигать соперника. Вот кому это лучше удается, тот имеет преимущество. Редко бывает, что игрок может выиграть намного больше, передвигаясь, чем его соперник. Такое тоже бывает, но это скорее как он выигрывает, несмотря на это. Да? То есть это благодаря своей физической подготовке все-таки там бывает, что игрок вытягивает. Ну вот сейчас видно, как Владимир очень грамотно использует позицию. Он захватывает центр корта. Александру приходится оббегать. И вот то, о чем я и говорил. Когда много передвигается игрок, то, как правило, он... Это дает обратные результаты, нежели во многих других видах спорта. Конечно, конечно. Это просто показатель того, что тактика соперника работает лучше. Возвращаясь к теме Олимпийских игр, как вы видите развитие сквоша в ближайшие годы, именно международное, и когда все-таки будут игры по сквошу в олимпийской программе? Мы очень надеемся, что они войдут в олимпийскую программу 2024 года. Мы так каждые 4 года сквош на это надеяться. И не просто так, это не голословные такие надежды. Мы всегда участвуем в программе по отбору видов спорта в Олимпийские игры. Мы доходим до самых финальных стадий. И вот чуть-чуть немножко не хватает для того, чтобы попасть в официальную олимпийскую программу. Мы входим в... Я имею в виду вид спорта сквош, входит в так называемые всемирные игры. Это игры околоолимпийские, они входят в так называемый олимпийский список, но не входят в официальную олимпийскую программу, которая вот каждые 4 года, вот это самая официальная олимпиада. За год до каждой олимпиады проводится чемпионат мира, можно сказать, по вот этим вот предолимпийским видам спорта, что ли. И сквош, конечно, очень давно туда уже входит. Все более напряженной становится игра. Владимир Осипов, Александр Садчиков. Да, совершенно верно. Видно, что Владимир Осипов чувствует себя сейчас намного комфортнее на корте. Он так аккуратно передвигается, внимательно смотрит на соперника. То есть ему сейчас просто надо не ошибаться, что он сейчас и делает. Очень простую логичную атаку, пару ударов назад, получает удар вперед и оставляет мяч там, в переднем углу. Но достаточно сложно выигрывать, если в таких простых комбинациях допускать ошибки. Так что сейчас он молодец, старается не допускать ошибок на ровном месте. Счет становится 5-5. Это уже счет, мы поменяли сразу, как только Владимир сделал такой хороший удар. Так, видно, что достаточно медленный темп игры, то есть очень высокие удары. И здесь то же самое, но это, я думаю, что это будет ноу-лет. Интересный момент, он достаточно классический, конечно, он классический в том плане, что ты правило... наталкиваешься на противника, который стоит посреди зала. Да, да, но наталкиваешься не просто так, а когда ты сначала делаешь неверное движение в другую сторону, сопернику удается удачный такой вот удар, удачный обман, но
при этом это видно только со стороны, а сам игрок, конечно, желает выиграть. А что мы видели в данном случае? Вот в данном случае мы как раз это и увидели, что Александр пытался пойти на мяч вперед, потом он подумал, что мяч слет, а потом решил идти назад. И вот пока он все это выбирал, он как бы воткнулся в своего соперника и не смог дальше пройти. В этом случае он, конечно, смотрит на судью и выпрашивает, можно сказать, или вопрошает, желает это очко переиграть. Но здесь всегда дается решение no let. То есть очко не переигрывается, так как Владимир сделал хороший удар, заставив соперника выбирать удары, с чем Александр так и не определился. Судейство все-таки большое значение имеет в сквоше. Сталкивались ли вы с какими-то проблемами с судейством? В отличие от игры в теннис, бадминтон, настольный теннис, где у каждого соперника своя территория, своя половина, где достаточно просто судить, можно просто смотреть линии, сетку и так далее, то в сквоше из-за вот этих ситуаций LED, stroke и no LED судейство имеет огромное значение. Огромное значение. То есть на сегодняшний день в мире проводится множество судейских семинаров, где рассматривается большинство каких-то текущих ситуаций на последних крупных мировых турнирах, где обсуждаются последние тенденции в судействе. Раньше вот судили матчи по три судьи, судили вот после вот каждого такой помехи, типа как сейчас, эти судьи выдавали свое решение, показывали, и главный центральный судья давал окончательное решение. Сейчас в основном судит один судья, но вот на крупных международных турнирах уже введена и последние 5 лет активно используется система видеоповторов. Если игрок не согласен с судейским решением, он может запросить видеоповтор. Да и сам судья, если не уверен и имеет какие-то сомнения, он запрашивает тоже видеоповтор. И другой судья в кабинке, который изучает внимательно видеоповтор с разных камер, выдает окончательное решение LED или stroke или no LED. Отличная игра. Отличная игра. По всему корту гоняют друг друга игроки, при этом достаточно качественно выполняя удары. Это, конечно, позволяет игру продолжать. Но видно было, что Владимир в какой-то момент просто остановился и уже не хотел доигрывать, и несколько ударов назад, поэтому все этим, в общем-то, и закончилось, что Александр дотерпел до возможности просто сделать обманный удар. А вот, наконец, мы видим исправленный счет. 8-10. На самом деле у Владимира уже геймбол. Есть хороший шанс сравнять счет в этом матче и сделать счет 1-1. Но мы с вами помним, как Александр Садчиков, введя 10-7, сделал 3 ненужные ошибки. И счет стал 10-10 в предыдущем гейме. Так что, как я и говорил, 8-10 вполне рабочий счет. А раз затронули эту тему, а с проблемами с судейством сталкивались? Да, лично, например. Бывает такое, да, что судья может немного потерять концентрацию, да, потому что все-таки судьи, во-первых, как правило, они не являются профессиональными игроками. Это Владимир показывает, что Александр не успел, чем он не согласен. Конечно, на очень крупных турнирах достаточно часто здесь есть возможность у судьи запросить видеоповтор. И вот Александр просит повтор, но здесь, к сожалению, для такой возможности, это такая возможность должна быть обозначена заранее, перед турниром. А могут сейчас к какому-то соглашению прийти игроки и судьи? Нет, все, судья вынес решение, и оно не оспаривается. Считается, что это такое неспортивное поведение, если очень долго спорить с судьей. Сквоше можно уточнить, спросить у судьи всегда, почему принято то или иное решение. Судья должен отдать дать короткий ответ, и игра должна быть продолжена. Это повторы ярких моментов гейма. Что скажете, Сергей? Ну вот отличается этот гейм от предыдущего, что очень много точных ударов. Очень много точной атаки, ударов в передние углы. Игра назад у Владимира тоже наладилась.
что дало ему возможность все-таки получать небольшое преимущество и получать возможность первым делать атакующие действия. Вот как здесь, например, мы видим такая первый дроп, а потом еще и контратака на таком обманном замахе. Отличные ракурсы нам сегодня предоставляют режиссеры и операторы. Да, с этих ракурсов очень хорошо видно, вот с левого и правого угла. Иногда вот этот ракурс тоже очень помогает понять вот, длину корта, что ли, да, потому что когда камера находится только сзади, то такое возникает ощущение, да, что корт достаточно короткий, что очень легко добежать до каждого мяча. Но, впрочем, корт короче, чем теннисный. Ну, значительно короче, конечно, да. Ну и темп ударов намного больше. Что, в свою очередь, обеспечивает динамичность. Конечно, да. В этом динамика сложа и состоит, что корт маленький. И мяч меньше летит. Да, мяч очень сильный. Например, в теннисе затяжной розыгрыш может быть 2-3 минуты. В сквоше то же самое 2-3 минуты, но в теннисе два игрока за это время делают по 30-40 ударов, а в сквоше по 70-80 каждый игрок выполняет. То есть раза в два минимум темп ударов, то есть частота ударов в сквоше выше, чем в теннисе. Да, да, частота ударов в сквоше выше, чем в большом теннисе. Да, значительно, да, потому что очень маленький корт, быстрый отскок мяча. В несколько раз выше иногда. В несколько, в 2-2,5, я думаю. Где-то так. Так вот, судейство, да, во-первых, как правило, вот, например, здесь, да, какое решение судьи? Решение судьи строк. Это совершенно верно. У Владимира попадает мяч в угол между боковой стенкой и передней, и мяч из-за этого вылетает в центр за него. Ну, автоматом он с этим тоже согласился, естественно, он очко проигрывает. Это и есть качество. Опять немножко упало у Владимира качество. Что позволяет Александру легко добегать до каждого мяча, даже не то чтобы добегать, а так практически пешком до него доходить. Владимир, напомню, он в синей футболке ранее был более сдержан в движениях, но Александру удалось изменить ход игры. Да, ему удалось немножко раздергать Владимира, ему пришлось передвигаться. Вот видно крупным планом, что он уже, как мы называем, задышал. Это, конечно, для Александра Садчикова хороший показатель. А сейчас цена из Титаника была. Есть ли какие-то у вас свои суеверия, связанные с играми? Что вы делаете? Да нет, наверное. Спите с ракеткой под подушкой. Даже я вот так вот не знаю. У меня, наверное, такого нету. Пытаюсь вспомнить, есть ли у кого-то какие-то, может быть, талисманы и так далее. Наверное, такого нету. Каждый игрок просто полагается сам на себя, на свою подготовку, на подготовку не просто в каждый момент времени, но и на подготовку конкретно к турниру. Да, это отдельная подготовка турнирная. Люди там за определенное количество недель ее начинают. Игроки ведут такой, по какой-то определенной программе, да, чтобы выйти на турнир именно на пике своей формы. Вот пик формы, хорошая физическая форма, на тренированность – это залог уверенности на корте. Да, но в случае со сквошем тут нет привязки к возрасту. В принципе… Пик формы твоей может приходиться и на 20, и на 45 лет. Ну, наверное, для России пока да. То есть игроки... Большее значение возраст играет в мировом сквоше. Конечно, да, в профессиональном сквоше, как и в любом таком профессиональном виде спорта, имеет значение возраст. Просто скажу вот по статистике, где-то в 35 лет игрок в сквош профессиональный заканчивает свою карьеру. Некоторые 36-37 – это... является немножко таким поздним. И вот снова хорошую игру мы видим на корте. Да, Владимир отлично раскладывает Александра по корту. Играет на опережение, выходит близко к передней стене, тем самым играет чуть раньше и заставляет Александра все время чуть-чуть опаздывать. Короткие подачи перед стеной. Как часто вы, например, используете этот прием? Короткие подачи. Чтобы выводить противника сюда, к стене, используя короткие подачи сюда. Удары. Имеется в виду не подачи, наверное, удар вперед.
вот как я говорил, что основные удары — это удары в задние углы. Это процентов где-то 80 в матче. Затем, если мяч вылетает в центр, это возможность играть вперед. И есть игроки более атакующие, играют больше вперед. И они играют не 20% ударов вперед, а 30 или 40. Это являются более такие активно действующие игроки более атакующего плана. В чем спорность момента сейчас? Сейчас не очень понятно, в чем вопрос. Наверное, был просто контакт. Игроки задели друг друга при выходе на мяч, и судья объявляет переигровку. О российском сквоше в мировых чемпионатах. Как вы оцениваете вообще работу нашей сборной и наших игроков на международных соревнованиях? В принципе, последние лет 5 наша сборная начала выступать достаточно неплохо, но пока еще на своем уровне. То есть мы в чемпионатах Европы мы выступаем пока в третьем дивизионе, так называемом. Первый дивизион – это самые топовые страны, 8 стран лучших в Европе, затем 8 стран в второй категории, во втором дивизионе, а мы выступаем в третьем, где уже неограниченное количество стран. Обычно собираются около 15 сборных. И если, тем не менее, несмотря на то, что мы выступаем там, там мы начинаем достигать определенных успехов. Мы уже выходим в полуфиналы, то есть мы входим в сильнейшие четверки в этом третьем дивизионе. А если взять 5-10 лет назад, мы чуть ли не все матчи, честно говоря, проигрывали даже в этом дивизионе. Но сейчас, еще раз я повторюсь, очень многое изменилось. Сборная наша выступает все лучше и лучше с каждым годом. Какие у нас шансы на чемпионате Европы? На чемпионате Европы у нас шансы неплохие. По сравнению с прошлым годом мы прибавили еще, я уверен, в уровне игры. Наша сборная окрепла. И не просто окрепли какие-то отдельные игроки, а вся сборная, что очень важно, потому что вот эти командные чемпионаты Европы – это все-таки такая командная работа, когда не просто один игрок решает, а решают все судьбу матча. Поэтому важно, что наш состав становится очень ровный. Фактически вот два игрока, Александр Сачков сейчас вот делает такой удар, очень эффектный такой, профессиональный, уверенный удар, атакующий вперед. Ну, как можно сказать, слэм-данк он называется, как почти в прыжке. Такой смеш в передний угол. И, конечно, такие удары иногда заводят очень хорошо. Посмотрим, как ему поможет. Очень неудачно попадает Александр. Делает некачественные удары. Решение строк. Александр спорит. Но вот если будет видеоповтор, потом мы увидим. Спорить на самом деле, конечно, в судью бесполезно. Иногда игроки прибегают к этой возможности обратиться в судью, чтобы немножко перевести дух. Но вот здесь вот мы видим повтор, как раз, да, что очень вот этот дроп, это называется, укороченный удар вперед. Очень жесткий получился у Александра, вылетел близко к Володе. Владимир продолжает атаковать, прессинговать. Сейчас сделал идеальный атакующий удар, который взять было невозможно. Даже Александр ему поаплодировал. Но решение судьи вы считаете верным? Да, конечно, это было очевидно. Просто вот в пылу борьбы игроку это не всегда очевидно, и он пытается оспорить. Либо, как я говорил уже, слегка выиграть время, чуть-чуть отдохнуть. Очень здорово прочитал Александр. Или уже и не хотел отбивать, но мяч выскочил на него. Тем не менее, игра продолжается. Александр уже мысленно, мне кажется, находится в следующем гейме. Пытается угадывать. Да, он просто не доходит в какой-то момент до мяча. Владимир молодец, довел этот гейм до победы. Причем такой достаточно уверенный. 11-4. 2-1 он ведет и имеет, конечно, психологическое преимущество перед следующим геймом. Ну, а следующий гейм уже может стать последним, так как матч идет до 3 побед. Счет 2-1 в пользу Владимира. Итак, мы видим повторы лучших моментов этого гейма. Очень хорошее качество у Владимира последние
два гейма в игре вперед. Чего не скажешь об Александре. Он немножко рискует из положений, откуда, по идее, нужно делать защиту, по логике, да, когда мяч неудобный, надо делать защиту. Но если игрок начинает атаковать из этих положений, то очень большая вероятность ошибки, чего мы и видим. Друзья, продолжается трансляция наша с чемпионата России по сквошу среди мужчин и женщин. Сергей Беляев любезно комментирует нам сегодняшнюю часть сегодняшних встреч. Ранее Александр Садчиков, которого сейчас мы можем наблюдать на экранах, также находился в студии. И мы с ним смотрели встречи Константина Кострикина и Алексея Северинова. Ну, здесь видно, как очень здорово попадает Александр. Но, тем не менее, последние два гейма видно, как Александр немного, может быть, нервничает, мандражирует. Это, конечно, иногда это помогает, когда он забивает интересный мяч, как вот здесь. Он кричит, кому он себя поддерживает. Но иногда это свидетельствует о том, что немножко в таком взвинченном эмоциональном состоянии находится. Это видно по каким-то обращениям к судье в лишний раз. То есть сказать, что он прям очень сильно устал и пытается как-то перевести дух, я бы так не сказал. Значит, это просто много свидетельствует о не очень стоящем состоянии. Александр, у нас Питер, Владимир, Москва. Мы можем как-то на примере этой игры, предполагаю, говорить о разницах школ этих двух городов? Разницы в школу, наверное, нет. Вот оба игрока являются членами сборной России. Александр достаточно давно, уже пару лет находится, тоже в основном работает и тренируется сам в Москве. Сборная наша отдельно собирается и тренируется вся вместе, несмотря на разницу в городах. И уже игроки, можно сказать, притираются друг к другу, и в таком вот уже в возрасте, в зрелом, игроки уже просто имеют свой какой-то индивидуальный стиль, не привязанный к какой-то конкретной школе. Тем не менее, кстати говоря, по миру, вот если смотреть, то египетскую школу и английскую отличить можно. Большинство египетских игроков играет в более разнообразный атакующий сквош. Очень много ударов вперед. Британцы представляют, видимо, классическую версию. Да, британцы совершенно верно. У них такой классический, его даже называют классический английский сквош. Это очень много ударов назад, в ожидании идеального момента для атаки. Mm-hmm. То есть, так, как можно сказать, сквош по книжке. А у египтян очень много неожиданных таких решений. Они даже в технике удара используют активно кисть. И что позволяет им такие делать неожиданные переводы внутри вот самого мака, менять свое решение, перенаправляя куда-то мяч. Поэтому вам, как спортсмену, какая ближе? Конечно, интереснее египетская школа. А вы встречались с египетскими игроками? Я встречался, да, и я много раз наблюдал это со стороны вживую или просто комментируя их матчи. Мне эта игра намного ближе, этот стиль, поскольку чем больше атаки, тем меньше, тем короче розыгрыши. И вот на самом деле мне очень тяжело дается именно вот эта физическая нагрузка в сквоше, когда матч затягивается в долгие такие розыгрыши, такой тягучий, долгий сквош для меня. Марафон. Он меня немножко выводит, я быстро устаю, у меня падает качество ударов. И вот сейчас спорный момент. Как считаете, сейчас, Сергей? Сейчас не спорный, и никто не спорил. Ну, кстати говоря, вот Александр так, можно сказать, поддавливал немного на судей, просто обращаясь к ним с вопросом, почему так или иначе. И, возможно, сейчас это сыграло свою роль, что уже вот на третий-четвертый раз судьи все-таки уже не дали возможности переигрывать Владимиру, а присудили очко Александру. Ну, хотя там и Владимир ни с чем не спорил, решение было очевидное. Вот, и египетский сквош
это вот очень много атакующих действий, это выглядит намного эффектнее, интереснее. Но самое интересное, конечно, это смотреть на противостояние египетской и английской школы, когда английские игроки пытаются мяч удержать в розыгрыше и держать его как можно дольше, а египтяне ищут возможность каких-то атакующих и контратакующих действий. Мы можем говорить о каких-то особенностях российской школы? Особенности вот российской школы, я думаю, что пока рано, да, пока у нас игроки это вот Роман Фетисов и Влад Титов, действующий чемпион России, предыдущий чемпион России, вышли помочь и протереть корт, такое не часто увидишь. Такое бывает, что в пылу борьбы, когда два игрока так сильно уже потеют, какие-то капли попадают пота на пол, и это составляет такую угрозу, и травматичность игры повышается, поэтому просят иногда игроки, чтобы эти капли протереть. По традиции это делает лично чемпион России. Да, 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 такая вот, можно сказать, традиция. Видно сейчас большую уверенность Владимира. Он, только я сказал, и, конечно же, тут же пришла невынужденная ошибка. Это кажется, что невынужденная. На самом деле Александр Садчиков выполнил прекрасный удар боуст. Боуст – это удар через боковую стену. Выполнен его резко, низко и очень точно попадает так, что Владимир просто не успел даже его подцепить, чтобы попасть. Поэтому это не является невынужденной ошибкой. Зрители поддерживают Александра. Конечно, все хотят счета 2-2, хотят решающей битвы. Сергей, я смотрю на вас, задаюсь вопросом, сколь необходимы вообще сильные физические данные в сквоше? Сквош – это такая игра, скорее, легкоатлетов. То есть игроки в сквош, они обычно такие худые, очень сухие, можно сказать. Мы сейчас явно не об Алексее. Явно не об Алексее, да, но тем не менее, да, верх он, как правило, такой усушенный. А при этом корпус, таз, низ, или точнее средняя часть очень развитая, так как приходится выполнять очень быстрое передвижение по корту с постоянным изменением направления движения, поэтому очень важен баланс сквоши, и выполняется очень много упражнений в спортзале и на корте на укрепление корсета, пресса, всего того, что влияет на баланс спортсмена на корте. Поэтому достаточно, так можно сказать, мощные ноги и легкий верх. Что у нас сейчас происходит на корте? Вот сейчас как раз нам показали счет, наконец, очень такая нервная, напряженная и ровная борьба идет в этом гейме, 7-6, немного впереди Владимир Осипов, но такой счет, в общем-то, по игре, как мы и видели, он немного, чуть более уверенно себя чувствует, не боится каких-то действий Александра, спокойно достаточно наблюдает в центре корта, здесь просто вылетел мяч, снова не очень качественно. Александр за ним успевал, но воткнулся во Владимира, остановился. Судья назначает лед. Лед – это значит, очко переигрывается. Счет по-прежнему 7-6. Игра продолжается. У Владимира есть возможность. Какое рекордное количество переигрываний у вас было? Чтобы счет сохранился, да? Да, я думаю, 2-3 подряд, ну, может быть, 4. Такое бывает. Знаете, раньше по старой системе подсчета, это еще было, ну вот буквально лет 10-15 назад, 15, наверное, игра в сквош велась до 9 очков гейм, и очко присуждалось только в случае, если выиграл тот, кто был на подаче. Если выиграл тот, кто был на приеме, он идет на подачу, счет 0-0. И вот это несколько усложняло. Это усложняло, удлиняло матч.
И раньше играли такими более тяжелыми ракетками. Стиль игры был менее атакующий. Очень много ударов назад. И бывало так, что 0-0. Идет розыгрыш 1-2 минуты. Выиграл тот, кто был на приеме, 0-0. Выиграл кто на приеме, 0-0. Потом лед, потом еще один лед. И уже прошло вроде бы 10 минут игры, да. А счет по-прежнему 0-0 и даже не открыт. Поэтому очень были такие долгие матчи. И решили переделать на такую систему ускорения игры. 8-6. Ну, это пока из придворной забавы это превращалось в игру. Да. В спорт. Да. И вот, как я и говорил, из реал-тенниса образовался лаун-теннис и сквош. Лаун-теннис пошел в сторону, что убрали стены и поставили зрителей. Потом все больше зрителей. И вот так вот очень быстро получилось поставить трибуны, и спорт стал зрелищным. Поэтому Александр Садчиков утверждает, что он легко бы успел к мячу. Владимир улыбается, понимает, что, ну, конечно, нет. Очень, очень грамотно он завоевал позицию правильную на корте и, в общем-то, выиграл очень честно. И здесь, конечно, идеально снова попадает вперед. Как я говорил, собственно, все последние два гейма и этот тоже третий гейм. Очень точная игра вперед у Владимира, что, в общем-то, мне кажется, только благодаря этому он и вот выиграл все эти три гейма. Снова вперед. И, кстати говоря, матчбол у Владимира. Тут немного видно, что счет не изменили. На замахе задевает соперника Владимир. Судья объявляет снова yes led. Счет 10-6 по-прежнему. 4 матчбола имеет Владимир. Думаю, что Александр Садчиков сдаваться не собирается, но все-таки 10-6 очень хорошее преимущество. Снова показывает Владимир, что задел на замахе. На замахе, да-да-да. То есть то, что он задел после удара, это другое. Апеллирует он не к этому. Александр Садчиков не спорит, поэтому Владимир ему такой бросает жест. Спасибо за отсутствие споров. Сейчас, я думаю, Владимир будет поменьше играть вперед, играть назад в ожидании ошибки соперника. Видно, что действует максимально аккуратно, что ли, да, чтобы вот не допустить пары невыраженных ошибок, после которых счет станет 10-8, и можно почувствовать какой-то мандраж. Вот здесь была возможность. Но это вот снова интереснейшие моменты этой игры. Да, это, в общем-то, решающие моменты, но мы... Я лично не раз видел со счета 10-6, 10-5, и в решающих геймов игроки отыгрывались, потому что иногда именно на этом счете включается какое-то шестое чувство у одного игрока, у другого игрока может возникнуть наоборот, какая-то череда ошибок, нервозность лишняя. Вот сейчас Александр вдруг себя почувствовал так уверенно, как будто это он ведет 10-6. Да, вот видно прекрасное выражение его глаз, его концентрация. Ну вот он просит зрителей поддержать, но вообще по ходу матча мы замечали, что вот эти все действия немного играли Александру не на пользу. Но посмотрим, как это поможет сейчас. Для зрителей встреча получилась эмоциональной. Да, очень эмоциональной, интересная. И вспомним первый гейм, да, Садчиков вел 10-7, потом 10-10, но потом в итоге выиграл. Тем не менее, довести до счета 10-10 можно всегда, но не сейчас, да. Да, но не в этот раз. Поздравляем Владимира. Да, молодцы ребята, спасибо за прекрасный четвертьфинал. Владимира поздравляем с выходом в полуфинал и пожелаем ему там удачи. Красивая игра. Ну и, конечно, спасибо Александру. Спасибо, Сергей. Чего ожидать нам от полуфинала? От полуфиналов уже ожидать можно чего угодно. Здесь игроки к полуфиналам уже подходят достаточно уставшие.
А вот на таких турнирах, как чемпионат России, играется по два матча в день. Вот сейчас, например, Владимир будет отдыхать и настраиваться. У него полуфинал будет сегодня. Надо посмотреть по расписанию, но буквально через пару часов, я думаю, он снова выйдет на корт. Поэтому у него сейчас самое важное – быстро восстановиться. Как вы восстанавливаетесь после между играми в один день? Между играми в один день очень важна растяжка. После любой вот такой вот сквош-битвы нужно как можно быстрее начать растягиваться, пока мышцы еще горячие. Растягиваться чем дольше, тем лучше. Хотя бы минут 10-15 однозначно. И сейчас очень популярно использование такого ролла, такой цилиндр, на который либо ставится нога, икроножная мышца, или бедро, или спина, и на нем под собственным весом прокатывать мышцы для того, чтобы их разбить, не дать им забиться перед следующим матчем. Ну и, конечно, надо постараться за пару часов поесть и далее уже 2 часа как-то провести без еды. Можно какие-то энергетические специальные батончики, напитки, бананы. Это можно. Поспать успеваете? Между матчами. А сквашист может успеть все между матчами, потому что здесь все решают какие-то секунды. Между геймами ровно 90 секунд. И ни секунды влево-вправо. Очень такая скоротечная игра. Мы даже видим четвертьфиналы вот такие, как этот, достаточно затяжной. И даже затяжной оказался. Там около 40 минут длился этот матч. Конечно, в теннисе 40 минут, например, да, это достаточно короткий матч. Да, безусловно. Вот здесь вот мы видим на видеоповторах очень удачные действия Владимира, атакующие действия, то есть удары вперед, в передние углы. Вот в первом гейме, как я говорил, и мы это видели невооруженным глазом, что качество игры назад у Владимира было не очень высоким, что дало возможность Александру первым атаковать, и он так здорово сыграл первый гейм и выиграл. Далее я сказал, что Владимиру надо наладить игру назад и за счет этого тоже получить обратно свое преимущество. Но очень интересно, что Владимир выбрал немножко другой подход. Он выбрал больше играть вперед и именно сконцентрировался на коротких ударах. И получил преимущество за счет именно действий вот этих. Так что это тоже очень было грамотное решение. Сергею Беляеву спасибо за комментарии сегодня в течение игр. Я еще хочу подчеркнуть недавно употребленное им определение «сквашист». Сквашист это... Именно так правильно звучит обращение к игроку сквашем. В двух словах, кстати, о женском сквоше России. Женский сквош, он... пока слегка отстает от мужского в том плане, что так. Меньше игроков, да, и, но тем не менее последние годы он тоже но не менее зрелищный. Да, не менее, конечно. Спасибо, Сергей, мы продолжим это трансляции чемпионата России по сквошу среди мужчин и женщин.